Все, посмотрю, спасибо, давай. Угу. Да, так, значит, не могу. Ага, пошли. Приговор именем Российской Федерации. Санкт-Петербург, 25 декабря 2020 года. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в составе представителей Максименко, представителей Деревянко, помощников судей Калининой, Каримовой с участием государственных обвинителей, начальнику уголовного следственного управления прокуратуры Санкт-Петербурга Локотковой, старшего помощника прокурора Гвардейского района Санкт-Петербурга Суворовой, представителя потерпевшего Ещенко, адвоката Бакшеевой, подсудимого Соколова, защитников адвокатов Лукьянова, Торгашова, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Соколова Олега Валерьевича, 9 июля 1956 года рождения, уроженца города Ленинграда, гражданин Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, имеющего два высших образования, разведенного, имеющего двоих малолетних детей, 21 июня 2007 года рождения и 20 марта 2012 года рождения, на содержание состоящего в должности доцента кафедры истории нового и новейшего времени ФГБУ ВШ Санкт-Петербургского государственного университета, несудимого, по настоящему уголовному делу, содержащегося под стражей с 9 ноября 2019 года. Обвиняем в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105, частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установил
вину Соколова в совершении убийства, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, а именно. Он, Соколов, в период времени с 2 часов 36 минут до 3 часов 0 минут 8 ноября 2019 года, находясь по адресу своего проживания в квартире 85, дома 82, по набережной реки Мойки, в городе Санкт-Петербург, в ходе бытового конфликта, на почве взаимной ревности, реализуя внезапно возникший преступный умысел, направленный на лишение жизни Лещенко, взял хранящийся в квартире обрез, изготовленный из 5,6 мм охотничьего карабина ТОС, 1701 отечественного производства с маркировочным обозначением АБН-29748, снаряженный 5,6-мм спортивно-охотничьими патронами, и произвел из него с близкой дистанции выстрел в область расположения жизненно важных органов, голову Ещенко, причинив непроникающее слепое огнестрельное пулевое ранение головы сходной раной в области верхнего века правого глаза с множественными кровоизлияниями в кожно-мышечном лоскуте головы, проекции раны и с наличием кровоизлияний по ходу раневого канала с повреждением мягких тканей костей лицевого скелета. У живых лиц, расценивающихся как повлекшая средней тяжести вред здоровью по признаку длительности его расстройства, продолжительностью свыше 3 недель, более 21 дня. После чего руками сдавил шею потерпевшей, то есть область расположения жизненно важных органов, причинив ей полный поперечный перелом левого большого рога подъязычной кости с кровоизлиянием в окружающих мягких тканях, 2 трещины основания правого верхнего рога щитовидного хряща, очаговое кровоизлияние в области левого верхнего рога щитовидного хряща, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Продолжая реализовывать преступный умысел с целью причинения смерти потерпевших, который продолжал подавать признаки жизни, Соколов из указанного обреза произвел еще 3 выстрела с близкой дистанции в голову Ещенко, причинив ей 3 проникающих слепых огнестрельных пулевых ранения головы. 2 из них с входной раной в теменной области справа, с раневым каналом, с повреждением правой теменной доли и правой височной доли головного мозга, с кровоизлияниями по ходу раневого канала каждая, и 1 с входной раной в правой височной области, с раневым каналом, с повреждением правой височной и левой височной долей головного мозга, без кровоизлияния по ходу раневого канала, множественные кровоизлияния в кожно-мышечном лоскуте головы, проекции ран, кровопотеки в левой первой и правой первой параорбитальных областях под твердой и мягкой мозговыми оболочками, множественные участки ушибов и разрушения вещества головного мозга, дефекты правой теменной кости, правой височной кости, скулового отростка, фрагментарно-оскольчатые переломы свода и основания черепа, субарахноидальные кровоизлияния в головном мозге, травматические разрушения ткани головного мозга, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и как по отдельности, так и в совокупности, находящиеся в прямой причинной следственной связи со смертью. Потерпевшая Ещенко скончалась на месте происшествия в короткие, исчисляемые минутами после получения огнестрельных повреждений, промежуток времени от множественных проникающих огнестрельных слепых пулевых ранений головы с множественными участками ушиба и разрушения вещества головного мозга. С целью сокрытия следов преступления Соколов хранил труп Ещенко в квартире 85, дома 82, по набережной реки Мойки, в городе Санкт-Петербург, примерно до 22 часов 30 минут 8 ноября 2019 года, после чего в период примерно с 22 часов 30 минут 8 ноября 2019 года до 3 часов 8 минут 9 ноября 2019 года расчленил его с использованием пилы ножовки по дереву, 2 кухонных ножей и топора, отделив руки, ноги и голову от туловища, а затем выбросил части тела, туловища, ноги и руки в реку Мойка. При выбрасывании рук Ещенко Соколов был застигнут сотрудниками полиции, после чего в ходе осмотра его квартиры была обнаружена голова потерпевшей. Также суд установил вину Соколова в совершении незаконного хранения огнестрельного оружия боеприпасов, а именно. Он, Соколов, с неустановленного времени незаконно хранил по месту своего проживания в квартире 85, дома 82, по набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, обрез, изготовленный из 5,6-мм охотничьего карабина ТОС 1701 отечественного производства с маркировочным обозначением АБ, номер 29-748, путем самодельного укорачивания ствола и ложи, относящиеся к нарезному огнестрельному оружию, и боеприпасы к нему в количестве 484 5,6-мм спортивно-охотничьих винтовочных патронов кольцевого воспламенения промышленного изготовления отечественного производства «Климовский специализированный патронный завод». Осознавая при этом, что своими действиями нарушает установленными статьями 6, 9, 9.1, 13, 20, 22 Федерального закона об оружии номер 150 ФЗ от 13 декабря 1996 года и постановлением правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 года номер 814 о мерах по урегулированию оборота гражданского
и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации. Правило оборота оружия и патронов к нему посягает на общественную безопасность до того, как в период с 2 часов 36 минут до 3 часов 0 минут 8 ноября 2019 года в ходе совершения убийства Ещенко использовал 4 из вышеуказанных патронов для производства выстрелов, после чего продолжал хранить обрез и неизрасходованные патроны к нему в количестве 484 штуки в той же квартире до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов. При осмотре места происшествия 9 ноября 2019 года в период с 12 часов 35 минут до 16 часов 30 минут. Подсудимый Соколов, виновный в себя в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 105 УК РФ, признал, однако отрицал, что совершил умышленное убийство Ещенко. При этом полностью признавал себя виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 222 УК Кодекса Российской Федерации. В ходе судебного следствия пояснил, что он являлся доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Посвятил свою жизнь изучению истории Франции. От брака с Кукушкиной у него имеются две малолетние дочери, Изабель и Елен, с которыми он поддерживал очень теплые отношения, принимал активное участие в их воспитании, оказывал материальную помощь в содержании детей, в том числе и после развода с супругой. В 2013 году он читал лекции потоку студентов, в котором училась Ещенко. Она сразу ему понравилась, но никаких вольностей в отношении он себе не позволял. В начале 2014 года он стал замечать, что она также к нему неравнодушна, после чего они несколько раз встречались, чтобы пообщаться. А далее между ними сложились близкие отношения. Он, Соколов, сообщил Ещенко, что на тот момент был еще женат, и у него имеется двое малолетних детей, на что он ответил, что готова принять его детей. Она, Ещенко, два раза встречалась с его, Соколовым, детьми, когда он приводил их к себе домой. При этом Ещенко была недовольна этим, настроена враждебно, но затем она смягчилась и начала даже смеяться вместе с ними. Ещенко говорила ему, что ей не нравится ее имя и фамилия, после чего он, Соколов, стал называть ее Изабель де Шестелю на французский манер. Она, в свою очередь, стала называть его Сир. Так обычно обращались к нему его адъютанты, помощники, друзья по историко-реконструкторскому движению. Его намерения по отношению к ней были очень серьезными, они любили друг друга, и в 2017 году Ещенко переехала к нему для совместного проживания. Он помогал ей заниматься наукой, они писали совместные статьи, которые публиковались в различных изданиях, работали в архивах. Такие теплые отношения у него продолжались с Ещенко вплоть до 2018 года, когда он, Соколов, на канале видеоблогера Пучкова записал ролик, в котором нелестно отзывается о книге, написанной Панасенковым «Первая научная история войны 1812 года», после чего в его адрес со стороны Панасенкова и его ближайшего окружения начались провокационные действия, такие как расписывание парадной словами цензурного содержания, смс-сообщения с угрозами, которые приходили ему, Соколову, а также Ещенко на мобильный телефон, электронную почту, телефонные звонки, публикации видеороликов на канале YouTube, статей в социальных сетях, а также провокация на лекции в Санкт-Петербургском государственном университете, где слушатели, подосланные Панасенковым, сорвали лекцию, начав высказывать оскорбления в его, Соколову, адрес, в связи с чем он, Соколов, был вынужден попросить других присутствующих вывести данных граждан из лектория. Ещенко стала бояться заходить в парадную дома, была взломная переписка в социальной сети ВКонтакте, ей направлялись угрозы. Он, Соколов, полагает, что история, связанная с избиением Прожигоцкой, с которой он когда-то состоял в любовных отношениях, также была выдумана ею Прожигоцкой совместно с Панасенковым, чтобы очернить его, Соколова, репутацию. Данные обстоятельства расстраивали Ещенко, она стала раздражительной, могла разрыдаться, ему приходилось ее успокаивать. Эта ситуация с Панасенковым выбивала ее из колеи. Летом 2018 года он, Соколов, отвез своих маленьких детей на отдых за границу, а вернувшись и пообщавшись с Ещенко, понял, что она очень сильно изменилась, так как стала агрессивно реагировать на разговоры о его, Соколова, детях от предыдущего брака. Часто раздражалась, стала выражаться грубой нецензурной бранью, высказывала оскорбления в адрес его детей, устраивала скандалы по поводу его встреч с детьми. В настоящее время ему, Соколову, известно, с чем были связаны такие перемены в настроении Ещенко, так как, находясь в следственных изоляторах города Москвы и Санкт-Петербурга, о других лицах, содержащихся по страже, ему стало известно, что у Ещенко с лета 2018 года начались близкие отношения с человеком, который ранее однократно привлекался к уголовной ответственности и находится в настоящее время в розыске на территории Российской Федерации, но задержан на Украине также за совершение преступлений. Так ему, Соколову, сообщили, что данное лицо, с которым Ещенко состоял в близких отношениях, имело связи с черными риэлторами, а потому, по его мнению, Ещенко и ее новые знакомые желали завладеть его, Соколовой, квартирой, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Считает, что с того момента Ещенко стала его использовать в корыстных целях, так как ей было удобно с ним проживать, она улучшила свои жилищные условия, он мог обеспечить ее материально, помочь продвинуться по карьерной лестнице. После каждого такого скандала Ещенко просил у него прощения, и их отношения продолжались в обычном русле. Они хотели пожениться, что планировали сделать летом 2018 года, при этом Ещенко хотела пышно отметить свадебное торжество. Однако
в июле-августе 2012 года у него, Соколова, были большие материальные затраты, связанные с поездкой с детьми на отдых, а также с празднованием 250-летия со дня рождения Наполеона, который он, Соколов, организовал на собственные денежные средства, в связи с чем пришлось отложить свадебное торжество на другое время. До осени 2019 года травля со стороны Панасенкова продолжалась. Проходили судебные разбирательства в гражданском порядке, что очень сильно расшатывало его, Соколова, психологическое состояние. 6 ноября 2019 года Ещенко уехал в Москву, так как сказал, что необходимо попасть в архив для работы над своей диссертацией. 7 ноября 2019 года он, Соколов, встретился со своими детьми, отвел их домой к бывшей супруге, а вечером отправился на вокзал встречать Ещенко. У него было прекрасное настроение. Он приготовил романтический ужин. Около 22 часов 30 минут они приехали домой и расположились в гостиной, где выпили шампанское. У Ещенко также было хорошее настроение, она стала мягче. Во время ужина она сказала ему, что он, Соколов, лучший историк России, после чего сообщила ему, что ее одногруппник пригласил на день рождения, она хотела бы сходить на праздник. Ему, Соколову, это было неприятно, но он не стал препятствовать и сказал, что пусть она решает сама. При этом в ответ решил воспользоваться ситуацией, пока она будет на дне рождения, он хотел встретиться со своими детьми, о чем сообщил Ещенко. Данная фраза вызвала приступ агрессии у Ещенко. Она стала бегать по комнате, кричать, высказывать оскорбления в его адрес, в адрес его детей, а также стала кидаться на него с кулаками. Ранее подобных ссор, настолько эмоциональных и агрессивных со стороны Ещенко, между ними не возникало. По его мнению, такое поведение Ещенко было заранее спланировано ее сообщниками, так как она должна была спровоцировать его, Соколова, на то, чтобы он нанес ей удар по лицу, чтобы потом можно было обратиться в полицию, чтобы в дальнейшем придать данной истории огласку и испортить его репутацию. Он, Соколов, начал снимать ее на камеру своего мобильного телефона для того, чтобы, когда она успокоится, показать ей видео и спросить, почему она так себя ведет. Он, Соколов, никогда не бил Ещенко. Это было ее условием. В противном случае она говорила, что прекратит с ним отношения. В момент, когда он, Соколов, снимал Ещенко на мобильный телефон, он также не применял к ней физическую силу. Только когда она пыталась нанести ему удар, он оттолкнул ее рукой, что зафиксировано на видео. Он не хотел, чтобы она, Ещенко, уходила ночью на улицу, но так как она была просто в бешенстве, он не стал ее больше удерживать, и она выскочила из квартиры, что он также снял на видео. Пока ее не было дома, она, Ещенко, присылала ему смс-сообщение оскорбительного характера. Он был очень сильно подавлен такими оскорблениями, которые она, Ещенко, высказывала в адрес его детей. Не знал, что ему делать, находился в отчаянии. И чтобы хоть как-то успокоиться, сел за свой компьютер и стал просматривать какие-то видео, карту Санкт-Петербурга и прилегающей улицы к адресу своего проживания. Ещенко не было примерно около 40 минут. Он, Соколов, предполагает, что это время она могла созвониться с лицом, с которым состояла в любовных отношениях, и обсуждать дальнейшие ее действия в отношении него, Соколова. При этом на звонки своего брата она не отвечала, но так как она находилась в домашней одежде, а на улице было морозно, он сделал вывод, что она могла находиться с лицом, с которым состояла в близких отношениях. Через 40 минут она, Ещенко, снова вернулась, постучала в квартиру. Он, Соколов, открыл ей дверь. Она в возвышенном состоянии убежала в спальню. Он, Соколов, услышал, как Ещенко разговаривает с кем-то по телефону. Спросил у нее, с кем она разговаривает, на что она, Ещенко, ответила, что с братом. После этого она ворвалась в гостиную, где он находился, и снова начала высказывать оскорбления в адрес своего детей. Затем она, Ещенко, схватила нож, начала резать со злостью розовый шарф, ранее подаренный им. А он побежал за обрезом в другую комнату. Взял обрез, вернулся в спальню. При этом Ещенко стоял возле кровати лицом к нему и намеревался ударить его ножом, после чего он, Соколов, выстрелил в нее, отчего она упала. После этого он, Соколов, происходящее событие не помнит, так как очнулся уже стоя на берегу реки Мойки, так как замерз, он нашел у себя в кармане мобильный телефон Ещенко. И так как находился в шоке, то выбросил ее телефон в реку. Вернувшись домой, он открыл дверь в квартиру, стал думать о том, что произошло, и решил уйти из жизни. Но для этого ему, Соколову, необходимо было закончить некоторые дела. Оформить завещание на детей, подарить ценные вещи некоторым друзьям, попрощаться с родителями, в связи с чем он решил сокрыть следы преступления. 8 ноября 2019 года к нему пришли его знакомые, встреча с которыми была запланирована задолго до произошедших событий. И чтобы никто ничего не заподозрил, он решил не отменять встречу. С ними он посидел, выпил коньяка, пообщался на исторические темы, после чего они ушли. Он, Соколов, старался вести так, как будто ничего не произошло, чтобы не вызвать подозрений, а затем решил избавиться от тела Ещенко. Но поднять и вынести тело целиком не смог, в связи с чем он решил разделить тело на части. Обстоятельства расчленения тела Ещенко он, Соколов, пояснить отказался. В реке Мойке оказался после того, как пытался утопить пакет, в котором находились отчлененные руки Ещенко. Однако пакет всплыл, и он, Соколов, решил его выловить, но не удержал и упал в воду, а из воды самостоятельно выбраться уже не смог. По поводу хранения в своей квартире обреза пояснил, что когда он приобрел квартиру на набережной реки Мойки и приехал туда, то обнаружил в старых вещах, оставленных прежними хозяевами, данный обрез и патроны к нему, которые он хранил по месту своего жительства. При этом пояснил, что обрез хранил в заряженном состоянии в шкафу, в вещах в маленькой комнате, которую использовал в качестве кладовой. Также у него имелся травматический пистолет с резиновыми пулями.
В своих показаниях в суде Соколов пояснил, что это не было преднамеренным убийством, так как он хотел испугать Ещенко выстрелом из обреза, чтобы ее успокоить. Это произошло непроизвольно. В тот момент он, Соколов, был доведен до безумия оскорблениями, которые Ещенко высказывала в адрес его детей. А в ходе предварительного расследования не сообщал про психотравмирующую ситуацию, вызванную действием Панасенкова и его сторонниками в отношении его Соколова, поскольку не осознавал степень влияния данной ситуации на его поведение. Также в ходе допроса пояснил, что квартира, в которой он проживал на набережной Кимойки, являлась трехкомнатной, при этом гостиная комната граничила одной стеной с квартирой, в которой проживает Светлана Вольская. В ходе предварительного расследования от подсудимого Соколова 9 ноября 2014 года поступило заявление следователю, озаглавленное как явка с повинной, согласно которому Соколов сообщил, что ночь с 7 ноября 2019 года на 8 ноября 2019 года, находясь в квартире в ходе ссоры, совершил убийство Ещенко, выстрелив в нее 4 раза из обреза малокалиберной винтовки. После этого расчленил тело Ещенко кухонным ножом и пилой. Затем торс Ещенко в мешке выкинул в реку Мойка напротив дома 82, куда выкинул и остальные части тела. В содеянном раскаивается, добровольно сообщает о преступлении. Том 2, лист, дело 27. Вина подсудимого Соколова в совершении указанных преступлений подтверждается показаниями Соколова в качестве обвиняемого. От 13 ноября 2019 года, последовательно дополненными 25 ноября, 3 декабря 2019 года, 28 января, 11 февраля, 27 февраля и 2 марта 2020 года. Данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании пункта 1 части 1 статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также видеозаписями допроса в качестве обвиняемого от 13 ноября 2019 года, просмотренных в судебном заседании, из которых следует, что вину в совершении инкриминируемого ему преступления он признает, раскаивается. С Ещенко Соколов познакомился, читая лекции студентам 3 курса Санкт-Петербургского государственного университета. Затем стал с ней встречаться, а с ноября 2017 года до ноября 2019 года совместно проживать у себя в квартире 85, дома 82 по набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. 7 ноября 2019 года около 18 часов он встречался со своими дочерьми, которые проживали с матерью, его бывшей женой Кукушкиной, после чего встретил Ещенко в 21 час 35 минут, вернувшуюся из Москвы, где последний работал в историческом архиве для написания своей диссертации. Он устроил дома ужин с шампанским при свечах в честь пятилетия их знакомства. В беседе он спросил Ещенко, когда ему лучше вновь встретиться с детьми, в субботу или в воскресенье, после чего ее спокойное настроение резко изменилось. Она стала агрессивной, металась, оскорбляла Соколовой, его детей и бывшую супругу. Бросалась на него, после чего сказала, что уходит, и убежала из квартиры. Он в этот момент, чтобы успокоиться, сел за компьютер и начал что-то делать на нем. Минут через 30-40 Ещенко вернулась домой, он отошел в гостиную, чтобы как можно меньше с ней разговаривать. Она забежала в спальню, с кем-то говорила по сотовому телефону. Затем Ещенко пришла в гостиную, где начала бросаться на Соколова. И вышла и вернулась с ножом, и стала резать розовый шарф, который Соколов ей дарил. Стала пытаться его разрезать, при этом продолжая выкрикивать оскорбления в адрес детей Соколова. Соколов побежал в маленькую комнату за обрезом, а Ещенко в это время оставалась в спальне. Он, Соколов, схватил обрез, вошел в спальню. Ещенко на него бросилась, замахнувшись ножом, на что он вытянул руку с обрезом. Конец обреза был совсем рядом с ее головой. Он выстрелил ей в голову, отчего она упала на кровать. Он, возможно, попытался ее задушить, но она продолжала подавать признаки жизни. После этого он выстрелил еще несколько раз в голову Ещенко. Далее он вышел на улицу, чтобы прогуляться. Гуляя по набережной, он выкинул мобильный телефон, принадлежащий Ещенко, в реку Мойка. При этом он не помнит, как одевал куртку и запирал дверь квартиры. Но когда вернулся, оказалось, что куртка была надета на нем, а дверь квартиры заперта. Придя домой, он решил, что вынесет тело Ещенко на улицу на следующий день. Все вымыет и выкинет матрас, на который упала Ещенко. Он спрятал тело Ещенко под кровать в спальне. Утром 8 ноября 2019 года он взял матрас, вещи Ещенко и выбросил все в мусорный контейнер. До 8 часов 8 ноября 2019 года он отмывал кровь в спальне, далее поехал в магазин за мешками, чтобы вынести тело Ещенко и новым матрасом. Поскольку в указанный день к 19 часам 30 минутам к нему должны были прийти друзья, приехав домой из магазина, он оставил купленные вещи дома и сходил за продуктами. К назначенному времени к нему приехали два его знакомых и принесли с собой коньяк. Они все вместе распивали спиртное примерно до 22 часов, после чего его друзья ушли, а он, Соколов, решил вынести тело Ещенко из дома. Однако у него не хватило физических сил. Тогда Соколов решил, что тело надо расчленить, перенес ее тело в ванную комнату, где при помощи ножа и пилы отделил от туловища головы, руки и ноги, упаковал фрагменты тела Ещенко в ранее приобретенные мусорные мешки. Затем он пошел на набережную реки Мойка и выбросил в реку туловище, ноги и руки. Туловище, ноги утонули в воде, а руки, находящиеся в пакете, оставались на поверхности воды. Он, Соколов, пошел домой, но решил вернуться, чтобы утопить руки, спустился в воду, доплыл до пакета с руками, после чего вернулся к берегу, но вылезти самостоятельно на берег не смог из-за переохлаждения. Пакет с руками Ещенко в момент, когда он, Соколов, просил его вытащить
из реки Мойка он убрал в рюкзак, чтобы, когда его вытащат, не было видно этого пакета. Рюкзак лежал на берегу, а Соколов был в воде. Голову Ещенко он выбросить не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции. Боеприпасы, а именно патроны в количестве не менее 488 штук и обрез, из которого он выстрелил в Ещенко, он обнаружил в своей квартире в 90-х годах, когда разбирал вещи, оставленные старыми хозяевами. Том 2, лист дела 6177, 88-94, 95-98, 105-110, 120-129, 132-137, 147-151. В ходе проверки показаний на месте подсудимого Соколова 15 ноября 2012 года, проведенной с участием обвиняемого Соколова и защитников Почуева и Лопаева, специалисты, фиксирующие происходящее на видеокамеру по адресу места жительства подсудимого, Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, Соколов при помощи манекена воспроизводил события ночи 7 ноября 2019 года на 8 ноября 2019 года, а именно обстоятельства совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. При проверке показаний Соколов пояснил, что в указанное время он совместно с Ещенко находился в гостиной своей квартиры, где они проводили романтический вечер, выпивали шампанское. Соколов продемонстрировал свое местонахождение и расположение Ещенко в момент начала конфликта. В ходе беседы с Ещенко Соколов спросил у последней, когда ему лучше встретиться со своими детьми, что разозлило Ещенко и привело ее в состояние агрессии. Ещенко стала кричать, высказываться грубо нецензурной бранью в адрес детей Соколова и его бывшей жены. В ходе данного конфликта, возможно, Ещенко бросалась на него с кулаками. Соколов также не исключает того, что мог ее толкнуть, продемонстрировав свои возможные действия на манекене. Спустя некоторое время после начала конфликта Ещенко выбежал на улицу, где находился около получаса. Соколов в это время смотрел что-то в своем компьютере, после чего Ещенко вернулся обратно в квартиру. Соколов открыл ей дверь. Ещенко забежала в квартиру и убежала в спальню. После она снова вбежала в гостиную, продолжая при этом оскорблять его детей и бывшую супругу. Ещенко стала бросаться на него с кулаками. Она периодически то забегала, то выбегала из гостиной. После она снова забежала в гостиную, держа в руках нож и подаренный им шарф, который пыталась разрезать. Соколов сообщил о том, что пытался успокоить Ещенко, но, поняв тщетность своих попыток, стал молчать. При этом Ещенко продолжала оскорблять его, его детей и бывшую супругу, выкрикивая пожелания смерти. Соколов пояснил, что он не понимал, как прекратить скандал, и ему в голову пришла идея взять обрез и выстрелом привести Ещенко в чувство. Соколов пояснил, что когда Ещенко снова убежала в спальню, он вышел из гостиной и прошел в маленькую комнату, где в шкафу внизу он хранил обрез мелкокалиберной винтовки. При этом он сообщил, что не помнит, заряжал ли он обрез 7 ноября 2019 года. Взяв в шкафу указанный обрез, он проследовал в спальню, где в тот момент находилась Ещенко. В спальне Соколов с помощью манекена продемонстрировал месторасположение себя и Ещенко в момент событий. Соколов пояснил, что Ещенко бросилась на него с ножом, и он вскинул правую руку, в которой держал обрез винтовки, и выстрелил ей в голову в упор, продемонстрировав это участникам следственного действия. После чего Соколов пояснил, что Ещенко от выстрела упала на кровать на левый бок, а он, Соколов, произвел еще несколько выстрелов ей в голову. Соколов сообщил о том, что для выстрелов из принадлежащего ему обреза, в том числе первого, необходимо передернуть затвор, но он не помнит данных обстоятельств. Следующее, что он помнит, это то, как оказался на набережной реки Мойка, после чего вернулся домой. Дверь в квартиру была закрыта, он открыл ее ключом, в этот момент он пришел в себя. Соколов сообщил, что подошел к Ещенко, последних признаков жизни не подавала. Соколов пояснил участникам следственного действия, что после убийства Ещенко он выпил водку, принял решение о суициде, но перед этим решил завершить некоторые дела, в связи с чем ему было необходимо скрыть следы преступления, для чего он переложил труп Ещенко с кровати на пол, продемонстрировав это на манекене. Утром 8 ноября 2019 года он стал вытирать кровь. Переместил труп Ещенко под кровать. После уборки он поехал в магазин Леруа Мерлен, где купил полиэтиленовые пакеты для упаковки трупа Ещенко. Затем отправился в магазин Икея, где приобрел новый матрас. Соколов пояснил, что намеревался упаковать труп Ещенко и вынести его. 8 ноября 2019 года к нему пришли его товарищи Вербово и Коненко, встречу с которыми он отменять не стал, чтобы не вызвать лишних подозрений, купив перед их приходом продукты. В тот вечер они совместно распивали спиртные напитки, беседовали на исторические темы, после чего около 22 часов 0 минут Вербово и Коненко ушли. Соколов пояснил, что после ухода гостей он попытался упаковать труп Ещенко в пакет целиком, но понял, что не сможет этого сделать, в связи с чем принял решение о расчленении. От пояснения относительно обстоятельств расчленения трупа потерпевшей Соколов отказался, сообщив, что делал это в ванной при помощи ножа и пилы, показав участникам следственного действия, где происходили данные события. После расчленения трупа Соколов разложил части тела по четырем пакетам, которые завязал по-разному, в том числе скотчем. В одном пакете находилась голова, в другом – туловище, в третьем – ноги, в четвертом – руки.
Соколов сообщил о том, что решил выбросить пакеты в реку Мойка, для чего сбросил пакеты с туловищем, руками и ногами в окно из маленькой комнаты во двор своего дома. Пакет с головой Ещенко остался дома. Соколов пояснил, что спустился во двор, взял пакеты и выкинул их в реку Мойка. Во время указанного следственного действия сотрудниками конвоя была причинена попытка самоубийства Соколова. Участники следственного действия проследовали на улицу у дома 82 по набережной реки Мойки, где Соколов показал место, куда он ранее сбросил пакеты с частями тела Ещенко, и сообщил, что за два раза перенес их и выбросил в реку Мойка. Соколов пояснил, что тяжелый пакет с туловищем утонул сразу, пакет с ногами утонул чуть позже, а третий пакет с руками не тонул, а поплыл по течению в сторону дома 94 по набережной реки Мойка. Соколов вернулся домой, однако решил, что пакет с руками могло прибить к берегу, в связи с чем он снова пошел на набережную реки Мойка, где на спуске к воде увидел плывущий третий пакет. Он спрыгнул в воду и достал пакет, но выбраться из воды не смог. Он убрал пакет с руками в рюкзак, который оставил на берегу, чтобы люди, которые могут ему помочь, не увидели пакет. После чего он стал звать на помощь. К нему подошел человек, который попытался его вытащить, но не смог, и вызвал скорую помощь. Когда приехала скорая помощь, его Соколова вытащили из воды. С протоколом следственного действия участники ознакомились путем личного прочтения, подписали его. Замечаний ни от кого не поступило. Том 2, лист дела 88-7. Из показаний допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля старшего следователя 1-го СО 1-го УРВД ГСУ Искаров по Санкт-Петербургу Белякова следует, что им в рамках расследования по уголовному делу по факту убийства Ещенко проводились первоначальные следственные действия с участием Соколова, а именно допрос Соколова в качестве обвиняемого и проверка его показаний на месте. Перед началом допроса Соколов конфиденциально пообщался с двумя своими защитниками, ему были разъяснены его права, никаких жалоб последний не высказывал. До начала допроса он, Беляков, с Соколовым не общался, содержание показаний с ним не обсуждал. Защитники пояснили, что Соколов намерен дать развернутые показания. В ходе допроса Соколов несколько раз плакал, но быстро успокаивался. При допросе объявлялся перерыв, в ходе которого Соколов общался со своими защитниками вне стен кабинета следователя. Соколов в ходе допроса пользовался своими записями, которые лежали перед ним на столе. Указанное следственное действие производилось с применением видеосъемки. При проверке его показаний на месте Соколову и иным участникам следственного действия также были разъяснены их права, показания с обвиняемым не оговаривались. Он давал добровольно, местами переходил на эмоции. Присутствующий при проверке показаний на месте оперативный сотрудник в контакт с Соколовым не вступал, а обеспечил безопасность участников следственного действия. Вина подсудимого Соколова в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, подтверждается следующими доказательствами. Показания потерпевшего Ещенко, данными в ходе судебного заседания, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в части противоречий, из которых следует, что он является родным братом Ещенко. С сестрой он поддерживал доверительные отношения. Когда ему исполнилось 12 лет, Ещенко поступила в университет в Санкт-Петербурге, в связи с чем стала там проживать. Свою сестру он характеризовал с положительной стороны, как сильную личность, которая самостоятельно добивается поставленных целей. Она являлась прямолинейным человеком. При возникновении конфликтных ситуаций она была сдержана, но отстаивала свою позицию, конструктивно пыталась решить проблемы. Ещенко могла использовать в своей речи нецензурные выражения только в случае крайнего отчаяния. Она была воспитанным человеком. Когда ему было около 16 лет, от Ещенко ему стало известно о том, что она состоит в отношениях с Соколовым, который является ее научным руководителем. О нем она отзывалась только в положительном ключе. Говорила, что любит его, что он интересный, харизматичный. Со слов Ещенко ему также известно, что у Соколова были дети от первого брака, к которым она относилась нормально. Говорила ему, Ещенко, что пытается наладить с ними отношения. Она проводила с ними время. Ещенко высказывала опасения относительно встреч Соколова с его бывшей женой. Она думала, что Соколов ей изменяет. В декабре 2017 года он, Ещенко, приезжал в Санкт-Петербург в гости к сестре. Она познакомила его с Соколовым. Встреча была непродолжительной. В связи с чем сформировать свое мнение о нем он, Ещенко, не может. Однако описал его как интересную личность, которая может заинтересовать собеседника и любит быть в центре внимания. Он, Ещенко, пользовался номером мобильного телефона 8-918-396-46-70. В ночь 7 ноября на 8 ноября 2019 года около 1 часа ему на мобильный телефон со своего телефона позвонила Ещенко, которая плакала и сообщила ему, что Соколов ее избил. Ударил головой об пол после того, как она рассказала Соколову, что ее на день рождения пригласил друг Крутилин. В таком состоянии она была впервые. Ещенко сказала, что она находится на улице, а также, что подобное повторяется уже не в первый раз, хотя ранее она о таком не сообщала. Он, Ещенко, сказал ей уходить из квартиры, но она ответила, что ей нужно собрать вещи и документы. Через 40 минут он, Ещенко, вновь позвонил ей. Ещенко говорил уже спокойно, сказала, что они все уладили. При этом из разговора с сестрой он понял, что в квартире находится Соколов, который спрашивал у нее, с кем она разговаривает, на что Ещенко ответила, что говорит с братом.
Они договорились созвониться утром, однако утром она так и не перезвонила. Ее мобильный телефон был недоступен. О случившемся ему стало известно из средств массовой информации. После событий ему в социальной сети ВКонтакте написал Крутилин и переслал ему переписку с Ещенко, в котором приглашал ее на свой день рождения. На последнее его сообщение Ещенко не ответила. Указанную переписку он предоставил органам предварительного расследования. Также Ещенко рассказывала ему о конфликте Соколова с Панасенковым по поводу их исторических работ. Сообщала, что по данному факту идут судебные разбирательства. Про отношения Ещенко с иными мужчинами, кроме Соколова, ему неизвестно. Относительно противоречия в его показаниях, данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, в части того, что на следствии он не сообщал о том, что Ещенко подозревает Соколова в изменах, о том, что Соколов ударил ее головой об пол, а также о том, что во время второго телефонного разговора он слышал голос Соколова, потерпевший пояснил, что в момент дачи показаний следствию данным моментом не придал значения, в связи с чем не сообщил о них. Том 11, лист дела 240. Показания свидетеля Крутилина, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он обучался на историческом факультете Санкт-Петербургского городского университета совместно с Ещенко с 2012 года до ноября 2019 года. Их связывали дружеские отношения. Ещенко охарактеризовал как умную, целеустремленную, отстаивающую до конца свои убеждения. Про отношения Соколова и Ещенко было известно, а также было известно всему университету. Сами они их не афишировали, но и не скрывали. 1 ноября 2019 года он Крутилин написал Ещенко в социальной сети ВКонтакте сообщение с приглашением на его день рождения, который он собирался отмечать 9 ноября 2019 года. В ночь 7 ноября на 8 ноября 2019 года он переписывался с Ещенко в социальной сети ВКонтакте с целью уточнения вопроса о том, намерена ли она прийти на праздник. Ещенко конкретно ничего не ответила, а на его сообщение, направленное в 1 час 7 минут, она ничего не ответила и не прочитала его. После того, как ему стало известно средства массовой информации о смерти Ещенко, он написал ее брату Ещенко и прислал ему свою переписку с Ещенко АО. Скриншотами переписки в социальной сети ВКонтакте между свидетелем Крутилиным и Ещенко, представленные следствию Ещенко, из которой следует, что 1 ноября 2019 года Крутилин направил Ещенко приглашение на свой день рождения. 7 ноября 2019 года в 18 часов 40 минут он спросил ее о принятом решении. 8 ноября 2019 года в 0 часов 31 минут Ещенко в переписке спросил его о том, где состоится праздник. В 0 часов 44 минуты Крутилин сообщил местонахождение кафе и сведения о приглашенных. 8 ноября 2019 года в 0 часов 47 минут Ещенко спрашивает о том, кто еще будет на празднике. В 0 часов 52 минуты и в 1 час 7 минут Крутилин отправляет два сообщения, на которые ответа от Ещенко так и не поступило. Том 11, лист дела 244-251. Показания свидетеля Вольской, оглашенные в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, с которых следует, что она проживает по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 43, которая до 1917 года составляла единое целое с квартирой 85, в которой проживал Соколов, после чего они были разделены деревянной перегородкой, поэтому между квартирами хорошая слышимость. За время проживания она 2-3 раза в неделю слышала через стенку шумные вечеринки, ссоры, нецензурную брань, драки. Около 23-24 часов 7 ноября 2019 года она, Вольская, пришла домой, поужинала, зашла в комнату к матери, потом пришла к себе в комнату и стала просматривать социальные сети. В этот момент через стену она услышала ссору между Соколовым и Ещенко, который говорил ему о том, что куда-то собирается. А Соколов очень нервно отвечал, что она никуда не пойдет. Далее Соколов стал кричать, оскорбляя Ещенко, при этом оскорбительные фразы повторял несколько раз и не мог успокоиться. А Ещенко тихо что-то отвечала. Затем она, Вольская, услышала, как Ещенко просит Соколова не трогать ее больше. А Соколов на эти слова только громче ее оскорблял и становился агрессивнее. Затем она услышала звуки двигающейся мебели, а потом звук, похожий на звук падения. После чего женский плач и просьба Ещенко ее не трогать. Она, Вольская, сообщает о том, что помнит около 5 ударов о пол и стены. А после Ещенко сказала, что прощала Соколову измены, а потом сказала, что никуда не пойдет, только чтобы он ее не трогал. После этого она услышала громкий женский визг, который длился не более 2-3 секунд. Так повторилось 2-3 раза. В комнате стало тихо минут на 30-40, после чего она услышала мирный диалог, слов которого не разобрала, а затем легла спать и крепко уснула, поэтому боли ничего не слышала. Во время ссоры об оружии и детях они не разговаривали. Вся ссора строилась на том, что Соколов оскорблял Ещенко, не мог успокоиться, были слышны плач и визг Ещенко, шум двигающейся и падающей мебели. В целом конфликт длился час-полтора. Каких-либо слов, свидетельствующих о том, что Соколов оборонялся от Ещенко, она также не слышала. Том 11 сделал 195-199. Показания свидетеля Ещенко,
матери Ещенко. Данными в ходе предварительного расследования оглашенные в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 ПК РФ, из которых следует, что со слов ее дочери Ещенко последняя состояла в близких отношениях с одним из преподавателей университета в Санкт-Петербурге, в котором она училась, Соколовым. Соколовым дочь планировала их познакомить 13 ноября 2019 года. 7 ноября 2019 года ее дочь ездила в Москву для работы в архиве. В 17 часов 28 минут Ещенко позвонила своему отцу на телефон и сообщила, что находится в поезде и возвращается в Санкт-Петербург. Соколова, ее дочь, всегда отзывалась только положительно. Она помогала ему готовить лекции, конференции. Он рецензировал ее научные труды. Они вместе выпускали научные работы в соавторстве. На Новый год с 2018 на 2019 Ещенко приезжала домой и сообщила о том, что между ней и Соколовым возникли романтические отношения и что он сделал ей предложение. Но она раздумывает над этим. Том 2 ли сделать, 82-85. Показаниями следствия Соколовой, матери Соколова, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 ПК РФ, из которых следует, что ее сын Соколов окончил школу с золотой медалью, получил 2 высших образования, у него имеется красный диплом. Соколов работал преподавателем истории в Санкт-Петербургском государственном университете, а также во Франции в университете Сорбонна. У него есть бывшая супруга Кукушкина, от брака с которой 2 детей – Изабель и Елен. Со слов Соколова, ей известно о том, что последний развелся с Кукушкиным в начале 2019 года, поскольку у нее появился другой мужчина. Со своими детьми он часто общался, водил их по музеям, ресторанам, дарил много подарков. Соколов говорил, что живет с Ещенко, которая резко против общения с его детьми. Каждый раз, когда Соколов гулял со своими детьми, возвращению домой Ещенко устраивала скандалы, на что она, Соколова, советовала ему прекратить с ней общение. О том, что Соколов убил Ещенко, она узнала от родственников. Своего сына охарактеризовала как талантливого и умного, но вспыльчивого человека. Том 11 сделала 228-233. Показания свидетеля Айвазяна, данных в ходе судебного заседания, из которых следует, что в ночь с 8 на 9 ноября 2019 года он занимался частным извозом на своем автомобиле. Примерно в 4 часа 5 минут 9 ноября 2019 года он остановился на нечетной стороне набережной реки Мойка и услышал мужской голос, который звал на помощь. Он увидел на противоположной стороне набережной реки Мойки в воде подсудимого Соколова. Подъехал к дому 94-96 по набережной реки Мойки и попытался вытащить Соколова из воды, но не смог. Он, Айвазян, сказал подсудимому, что намерен позвонить в экстренную службу, на что Соколов попросил его этого не делать, а вытащить его самостоятельно. При этом рюкзак, лежащий на спуске к воде, Соколов попытался скинуть в воду. Однако он, Айвазян, снова вытащил рюкзак на берег. После этого он, Айвазян, позвонил службе 112. При этом на трапе у спуска к воде лежали куртка и рюкзак, которые, по словам Соколова, принадлежали ему. На его, Айвазяна, вопрос о том, как подсудимый оказался в воде, Соколов ответил, что поскользнулся и упал. Через некоторое время приехали сотрудники скорой помощи, МЧС, полиция. Сотрудники МЧС вытащили Соколова из воды, а сотрудники полиции отнесли его личные вещи в машину скорой помощи. Протоколом проверки показаний на месте свидетеля Айвазяна с фототаблицей, оглашенными в судебном заседании на основании статьи 285 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, из которого следует, что Айвазян указал место обнаружения Соколова в реке Мойка, его рюкзака и куртки на площадке спуска к воде у дома 96 по набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге. Лисдела 8.15, том 11. Показаниями свидетеля Душкина, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он на момент событий состоял в должности старшего пожарного второй пожарно-спасательной части. В ночь с 8 ноября на 9 ноября 2019 года работал совместно с Бобровским и Четверяковым. В ночное время от диспетчера поступила заявка о нахождении человека в воде на набережной реки Мойка, на которую они выехали совместно с коллегами. Прибыв по адресу места происшествия, они обнаружили Соколова в воде. На набережной стоял заявитель Айвазян. При Соколове находился рюкзак. Он и Бобровский вытащили Соколова из воды и передали в машину скорой помощи. При этом от Соколова исходил запах алкоголя. Рюкзак он прижимал к себе и не хотел его отпускать. Показания свидетеля Бобровского, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он работает в должности старшего пожарного 9-го отряда противопожарной службы. 9 ноября 2019 года он находился на дежурных сутках совместно с Четверяковым и Душкиным. По заявке они выехали на набережную реки Мойки, подошли к спуску к воде и увидели Соколова, который держался руками за гранит. При себе Соколов удерживал рюкзак. Он, Бобровский, совместно с Душкиным вытащили Соколова из воды, но последний упал на рюкзак и не шевелился, находился в неадекватном состоянии. На вопросы не отвечал. При этом он, Бобровский, возле рюкзака увидел капли крови. Они пытались поднять Соколова, он сопротивлялся, обратно ложился на рюкзак. После этого он, Бобровский и Душкин переместили Соколова в машину скорой помощи, а фельдшер отнесла в машину скорый рюкзак.
показания свидетеля Четверякова, оглашенные Устинова Сталина на основании части 1 статьи 281 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, из которой следует, что он является помощником начальника караула 9-го отряда противопожарной службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В ночь с 8 ноября на 9 ноября 2019 года он совместно с Бобровским находился на дежурных сутках. Ближе к утру 9 ноября 2019 года поступило сообщение о нахождении человека в воде у дома 94 по набережной реки Мойка. По прибытии на место они обнаружили в воде Соколова, который держался руками за бордюр. Они вытащили Соколова и переместили в машину скорой помощи. Он, Соколов, находился в неадекватном состоянии, от него исходил запах алкоголя, на вопросы не отвечал. При этом на бордюре находился рюкзак, рядом с которым он увидел следы крови. Вещи Соколова были переданы в машину скорой помощи, том 14, сделал 133-136. Протоколом допроса свидетеля Квактуна, допрошенного в всем заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании части 3 статьи 281 КРФ, с которой следует, что он состоит в должности врача-анестезиолога-реаниматолога СПБ ГБУС ГСС МП 12-я подстанция. В ночь с 8 на 9 ноября 2019 года около 4-5 утра поступил вызов о том, что на набережной реки Мойки человек в воде. По прибытии на место он увидел сотрудников 9-й подстанции скорой медицинской помощи, МЧС и полиции. Соколов находился в машине скорой помощи, а фельдшерская бригада сообщила ему о том, что он, Соколов, находился в состоянии переохлаждения. При этом он, Соколов, был в неадекватном состоянии. От него пахло алкоголем, сопротивлялся осмотру, кричал, что характерно для состояния переохлаждения. Его переместили из машины скорой помощи в машину реанимации, находясь в которой, Соколов держал при себе рюкзак, который не хотел отдавать. Они пытались забрать рюкзак, чтобы снять с него одежду. В кармане куртки Соколова он, Квактун, увидел пистолет, в связи с чем позвал в машину скорой помощи сотрудников полиции. Сотрудник полиции попытался найти документы, удостоверяющие личность Соколова, открыл рюкзак, после сказал, что в рюкзаке лежат отчлененные руки. Сотрудники полиции пристегнули Соколова наручниками к каталке, после чего он был доставлен в Мариинскую больницу, где пришел в себя, согрелся и стал адекватным, контактным, ориентированным, отвечал на вопросы. Он, Квактун, спросил у Соколова, что случилось, на что последний сообщил о том, что, гуляя по набережной Мойки, увидел в воде рюкзак, попытался его вытащить, в связи с чем упал в воду. Сотрудники полиции в это время находились в автомашине скорой помощи и осматривали вещи Соколова. Том 14 сделал 116-122. Показания свидетеля Селютина, оглашенными в судебном состоянии на основании части 1 статьи 281 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, с которой следует, что он является сотрудником ОБППСП УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. 9 ноября 2019 года он совместно с полицейским Бадулиным находился на службе, где ему около 4 часов 50 минут поступило указание от оперативного дежурного проследовать по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 94, по информации, что в реке находится человек. Прибыв на указанный адрес около 4 часов 54 минут, он увидел, что там находились сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Сотрудники МЧС несли на руках Соколова в машину скорой помощи, у которой при себе находился рюкзак черного цвета. Спустя некоторое время сотрудник скорой позвал его в машину и сообщил, что в вещах Соколова обнаружен пистолет. Далее он, Селютин, с целью поиска документов, удостоверяющих личность, стал осматривать вещи, рюкзак Соколова, в котором он обнаружил две верхние конечности человека с красным маникюром. Он, Селютин, предположил, что Соколов может быть причастен к совершению преступления, в связи с чем проследовал сотрудниками скорой помощи и Соколовым в больницу, где охранял место происшествия, автомашину скорой помощи, в которой находились пистолет и рюкзак с сочлененными руками. Том 11 сделал 53-55. Протоколом осмотра места происшествия, свототаблица, согласно которому 9 ноября 2019 года осмотрена реанимационная машина скорой медицинской помощи, находящаяся на территории Мариинской больницы, расположенной у строения 2, дом 56, Политехнического проспекта в Санкт-Петербурге. В ходе осмотра в данном автомобиле были обнаружены изъяты рюкзак черного цвета, черный полиэтиленовый пакет, из которого извлечены два белых полиэтиленовых пакета, в которых находились правые и левые женские конечности с бордовым маникюром, отделенные на уровне плечевых суставов. Кроме того, изъяты белая синтетическая веревка, 6 элементов прозрачного скотча, волос темного цвета, травматический пистолет, а также одежда Соколова, белые кроссовки, кепка, куртка, две футболки черного и белого цвета. Том 1 сделал 81-85, 88-93. Показания свидетеля Вербового, допрошенного в системе свиданий, с которых следует, что Соколов был знаком с 90-х годов, сотрудничал с ним по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи и историческим реконструкциям. Соколов охарактеризовал как вспыльчивого человека, который в случае необходимости для достижения цели может повысить голос на подчиненных. Он сообщил о том, что ежегодно с 2017 года со своим знакомым Коненко приезжает в гости к Соколову, где они общаются на исторические темы. В 2018 году во время очередной встречи в квартире Соколова он увидел Ещенко и по разговору между последними понял, что она высказывает свое недовольство какими-то действиями Соколова.
Осенью 2019 года Каненко попросил его Вербового устроить им встречу с Соколовым. О чем он, Вербовой, 5 ноября 2019 года договорился с последним. Данная встреча должна была состояться 8 ноября 2019 года в 20 часов 0 минут. В указанный день в 20 часов 15 минут они прибыли по месту жительства Соколова. Последний открыл им дверь. Вид у него был усталый, но более ничего необычного в тот день Соколова он не заметил. Они прошли в гостиную, где распивали спиртные напитки и общались на исторические темы. При этом в другие комнаты, кроме гостиной, они не заходили. За время их нахождения в квартире Соколов ни на что не жаловался, в том числе на Панасенкова и на Ещенко. Но ему известно со слов Соколова, что в 2018 году сторонники Панасенкова на его лекции устраивали провокации. А также в сети интернет он видел записи выступлений Панасенкова, в которых последний нелестно отзывался о Соколове. От Соколова он, Вербовой и Каненко ушли около 22 часов 15 минут. Показания свидетеля Каненко, оглашенные в суде местами на основании части 1 статьи 281 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, который следует, что он знаком с Соколовым с 2017 года. Он посещал Соколова по месту жительства последнего 3 раза. Охарактеризовал Соколова как спокойного и интересного собеседника. В 2019 году он позвонил Вербовому и попросил устроить встречу с Соколовым. 8 ноября 2019 года он, Каненко, совместно с Вербовым проследовал по адресу места жительства Соколова, взяв с собой алкоголь и еду. Соколов открыл им дверь, при этом он был рад их видеть. Они прошли в гостиную, где выпивали алкоголь и общались на исторические темы. За время общения никаких странностей поведения Соколова он не замечал. Видел только, что у последнего усталый вид. Около 22 часов 15 минут он с Вербовым ушел из квартиры Соколова, том 11 или сделал 120-22. Показания свидетеля Аникиной, оглашенными в суде местами на основании части 1 статьи 281 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, с которой следует, что она состоит в должности ведущего специалиста ООО ЖКС номер 2 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 9 ноября 2019 года около 11 часов 0 минут ее пригласили для участия в обыске по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, по месту жительства Соколова, поскольку собственник не мог принять участие в данном следственном действии. При проведении обыска участвовали 2 понятых и 2 криминалиста. В ходе обыска в указанной квартире были обнаружены изъяты 2 мобильных телефона, 2 ноутбука и системный блок, а также документы на имя Соколова и Ещенко. Кроме того, при проведении обыска в дальней комнате слева от входа на полу в сумке Икеи обнаружена женская голова. По данному факту был составлен протокол обыска, с которым ознакомились все участвующие лица. Замечаний ни от кого не поступило. Наружные предметы были упакованы и опечатаны. После проведенного обыска следствие попросило ее поучаствовать в осмотре места происшествия в этой же квартире, в ходе которого была осмотрена голова Ещенко с повреждениями, обнаружено полотенце со следами крови, пила с деревянной ручкой, обрез ружья, патроны к нему, 3 гильзы, моток скотча, чек из магазина Леруа Мерлен, крестик с цепочкой, женская футболка в крови, ножи, пододеяльник, топор, а также иные предметы. Все изъято в ходе осмотра также было упаковано и опечатано. По факту проведенного осмотра следствием также был составлен протокол, с которым ознакомились все участвующие лица. Замечаний ни от кого не поступило. Том 1, сделал 57-60. Показания свидетеля Куликова, оглашенный в суде местами на основании части 1 статьи 281 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, с которых следует, что он проживает по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 73. Около 12 часов 0 минут 9 ноября 2019 года к нему домой пришли сотрудники полиции, попросили его и его отца Куликова поучаствовать в качестве понятых при проведении обыска в квартире 85 по набережной реки Мойка, в которой проживал Соколов. В ходе обыска в квартире Соколова была обнаружена отчлененная женская голова. После он совместно со своим отцом Куликовым участвовал при проведении осмотра квартиры Соколова, в ходе которого были обнаружены пила, обрез и патроны к нему, гильзы, топор, а также иные предметы, которые были упакованы и изъяты. Составленные при этих следственных действиях протоколы соответствовали тому, что происходило в их присутствии. Том 11 сделал 163-166, том 14 сделал 69-72. Показания свидетеля Куликова, оглашенные в суде местами на основании части 1 статьи 281 ПК РФ, аналогичными показаниям свидетеля Куликова, изложенным выше. Том 14 сделал 7477, том 14 сделал 7983. Показания свидетеля Кузнецовой, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что она состоит в должности старшего следователя СОП Адмиралтейскому району Государственного РФ по Санкт-Петербургу. В рамках работы по уголовному делу по факту убийства неизвестной женщины, находясь на дежурных сутках 9 ноября 2019 года, она выезжала на обыск и осмотр места происшествия квартиры Соколова. В ходе осмотра места происшествия в дальней комнате по левую стену коридора квартиры у кухни, где была обнаружена голова трупа, в шкафу были обнаружены и коробки с патронами, которые находились в пакете. Указанных коробок было
было 10, в каждой из них по 50 патронов. Но одна из коробок была вскрыта, в ней не хватало 12 патронов. Остальные коробки были закрыты, содержали идентичные маркировки, которые он указал в протоколе. Все патроны она не пересчитывала. Сведения об их количестве она переписала в протокол в соответствии с маркировкой. В указанном шкафу также обнаружен обрез мелкокалиберной винтовки. После изъятия все предметы были упакованы способом, исключающим доступ к содержимому без нарушения целостности упаковки. Показаниями свидетеля Никитина, допрошенного в судебном заседании, с которого следует, что он состоит в должности старшего следователя 3-го ИСО 1-го РВД ГСУ Искаря по Санкт-Петербургу. Он являлся следователем следственной группы по уголовному делу в отношении Соколова. 25 ноября 2019 года он осуществлял осмотр патронов, изъятых при осмотре места происшествия в квартире Соколова, которые на момент начала осмотра были упакованы. При пересчете патронов была допущена техническая ошибка. Указано 488 патронов вместо 484. После осмотра данные патроны вновь упаковал способом, препятствующим доступу к содержимому без нарушения целостности упаковки, и направил их на экспертизу, в результате которой было установлено, что в коробке содержится 484 патрона. Показания свидетеля Хабарова, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он работает в должности капитана-механика группы «Кострой». Указанная организация занимается очисткой рек и каналов Санкт-Петербурга от наплавного мусора. Они следуют по маршруту реки Мойка, Фонтанка, Нева и каналы Грибоедова и Крюков на теплоходе «Самара» и убирают мусор с поверхности воды, который отвозят на Шаланду, расположенную у дома 2-4 по улице Гапсальской Санкт-Петербурга. 9 ноября 2019 года с 8 часов он и Сироченков двигались по маршруту и на пересечении Крюкова канала и канала Грибоедова Никольского собора подобрали хорошо перевязанный мешок из мешковины, который подняли на борт, а в обеденное время отвезли указанный мешок на Шаланду. 11 ноября 2019 года они снова пришли на работу. Их начальник Безруков поинтересовался, не находили ли они подозрительные предметы, на что они ответили, что нашли мешок. Безруков попросил их проверить содержимое указанного мешка. Матрос Сироченков стал открывать мешок, но, увидев красные пятна, отказался его разворачивать. Тогда он, Хабаров, открыл данный мешок и увидел в нем человеческое тело бесконечности, после чего Безруков вызвал сотрудников полиции. Показаниями свидетеля Сироченкова, допрошенного в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что он работает в должности моториста в ГУП «Кострой». Указанная организация занимается очисткой рек и каналов Санкт-Петербурга от наплавного мусора. В его обязанности входит сбор мусора с поверхности рек и каналов. 9 ноября 2019 года на пересечении Крюкова канала и канала Грибоедова у Никольского собора он с очком вытащил из воды перевязанный мешок из мешковины и положил его на палубу. Указанный мешок они совместно с Хабаровым выгрузили на Шаланду, расположенную на Гапсальской улице. И 11 ноября 2019 года по просьбе начальника Безрукова он стал вскрывать указанный мешок, но увидев красные пятна на белом мешке, который был внутри, он запаниковал и ушел на катер. Впоследствии ему стало известно о том, что в данном мешке было обнаружено туловище человека бесконечности. Том 11, лист дела 220-222. Показания свидетеля Безрукова, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он состоит в должности заместителя начальника управления по обеспечению экологической безопасности водных объектов ГУП «Кострой». После сообщений и средств массовой информации об убийстве Ельцина 11 ноября 2019 года он вышел на работу и поинтересовался у своего сотрудника Хабарова, не находили ли они подозрительного мусора в ходе очистки каналов и рек Санкт-Петербурга. Хабаров сообщил ему об обнаружении подозрительного мешка. С целью проверки они пошли к Шаланде и открыли мешок, в котором обнаружили туловище человека, после чего вызвали сотрудников полиции. Показания свидетеля Кукушкина, допрошенного в судебном заседании, с которых следует, что Соколов является ее бывшим мужем, от брака с которым у нее имеется двое малолетних детей 2007 и 2012 годов рождения. В 2015 года они перестали проживать совместно, а в 2018 году официально расторгли брак. С Соколовым они познакомились через общих знакомых, когда она являлась студенткой, а он читал курс лекций. Соколова характеризовала как выдающегося историка, талантливого, яркого преподавателя, но вспыльчивого человека, который мог накричать на знакомых, но насилие никогда не применял. После 2015 года Соколов стал проживать совместно с Ещенко, но регулярно забирал детей два раза в неделю для совместного времяпрепровождения, поскольку очень их любит, а также еженедельно присылал ей денежные средства на содержание детей. В 2019 году Соколов также активно принимал участие в жизни детей, водил их в театры, кино, музеи. Ей известно о том, что в квартире Соколова имелось официально зарегистрированное охотничье ружье, которое хранилось в сейфе в маленькой детской комнате, но обрезы и патронов к нему она не видела. Ей также известно из СМИ о том, что у Соколова был конфликт с Моносенковым на исторической почве. 7 ноября 2019 года
Соколов забрал детей около 17 часов, при этом он находился в нормальном состоянии. Около 19-20 часов того же дня привел детей обратно и договорился о встрече с ними в выходные. Показания свидетеля Смолина, допрошенного в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования, оглашенного на основании части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с которой следует, что он является профессором кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Охарактеризовал Соколова как интересного лектора, профессионального историка, но и импульсивного человека. Сищенко знаком с 2016 года, когда она поступила в магистратуру, а в 2018 году он стал ее научным руководителем в аспирантуре. А Ищенко отзывался как о трудолюбивой исполнительной аспирантке, которая все свои работы выполняла исключительно самостоятельно, трудясь в архивах и библиотеках. С кем она проживала, ему неизвестно, но в длительной командировке она ехать отказывалась, ссылаясь на друга, которого она не может оставить. Также он, Смолин, пояснил, что Ещенко воспитанная, имеющая свое мнение, которое при необходимости она отстаивала. Последний раз он видел Соколова и Ещенко 6 ноября 2019 года на кафедре в университете. При этом каких-либо изменений в их поведении он не заметил. С Ещенко он договорился о встрече 8 ноября 2019 года в 11 часов 30 минут по поводу ее статьи, так как 7 ноября 2019 года она планировала поехать в Москву в библиотеку или архив. 8 ноября 2019 года к нему на встречу она не пришла. О случившемся ему стало известно из новостей. Ему также известно о конфликте Соколова с Панасенковым и об их судебных тяжбах. Но подробности данного конфликта он не знает. Том 11, сделал 82-86. Показания свидетеля Панасенкова, допрошенного в судебном заседании, из которого следует, что он знаком с Соколовым с 2000 года. Пояснил, что не испытывает к нему неприязненного отношения, однако осуждает его действия. Соколов видел несколько раз на исторических реконструкциях. Он, Панасенков, является автором книги «Первая научная история войны 1812 года». После выхода данной книги в декабре 2017 года Соколов выступил на YouTube-канале блогера Гоблина Пучкова с критикой в отношении его Панасенкова книги, после чего между ним и Соколовым последовали судебные разбирательства о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сам он участие в судебных тяжбах не принимал, его интересы представляли юристы. Соколовым никак не связывался и не созванивался. Пояснил, что провокация в отношении Соколова не организовывал, угроз в его адрес не направлял. Ещенко ему не знакома, он с ней не встречался, о случившемся ему стало известно из средств массовой информации. Показания свидетеля Прожигоцкой, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что с 2007 года она состояла с Соколовым в близких отношениях, являлась студенткой, а он был ее преподавателем. В начале их отношений Соколов вел себя воспитанно, красиво, ухаживал, но впоследствии она стала замечать от него агрессию по отношению к окружающим. Он стал контролировать ее действия сначала вежливо, потом настойчиво. В конце 2007 года ей стало известно о том, что Соколов состоит в браке и имеет новорожденного ребенка, о чем ранее он ей не сообщал. За время их отношений она неоднократно демонстрировала необоснованную ревность, устраивала истерики. Когда она сообщила ему, что хочет расстаться с ним, он применил к ней физическую силу, по факту чего она обращалась в правоохранительные органы. Вина подсудимого в совершении вышеуказанного преступления, помимо его показаний и показаний вышеуказанных потерпевшего свидетеля, подтверждается следующими доказательствами. Рапортом об обнаружении признаков преступления от 9 ноября 2019 года, в соответствии с которым 9 ноября 2019 года ВСО по Адмиралтейскому району ГСУСКР по Санкт-Петербургу из дежурной части МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга поступило сообщение об обнаружении в рюкзаке неизвестного мужчины, госпитализированного в Мариинскую больницу, верхних конечностей тела человека. Том 1 листа 3. Рапортом об обнаружении признаков преступления и записью КУСП номер 15-741, в соответствии с которыми 9 ноября 2019 года в 4 часа 49 минут в дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга поступило сообщение Айвазяна о том, что по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 94, мужчина, впоследствии установленный как Соколов, упал в воду. Соколов госпитализирован в Мариинскую больницу. При себе он имел рюкзак, в котором в пакете находилась человеческая конечность. Том 1 сделала 95-95 оборот. Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому 9 ноября 2019 года в 17 часов 40 минут с Мариинской больницы поступила телефонограмма о том, что в больницу в 6 часов 16 минут доставлен Соколов с диагнозом общее переохлаждение первой степени, запах алкоголя, состояние удовлетворительное, которое 9 ноября 2019 года в 3 часа 30 минут у дома 94 по набережной реки Мойки сам упал в реку. Телефонограмма из Мариинской больницы. Первый сделал 107-107 оборот. Сведениями, представленными СПБ ГБУС, городская бюджетная Мариинская больница, согласно которым с 9 ноября 2019 года на стационарном лечении находится Соколов, состояние здоровья которого не препятствует ему участвовать в следственных действиях. То второй сделал 2.
Выписка из истории болезни стационарного больного Соколова, представленная СПБ ГБУ с городской бюджетной Мариинской больницы, согласно которой Соколову поставлен диагноз общее переохлаждение, которое купировано. Выписан 9 ноября 2019 года, том 2, лиздела 3.5. Рапортом полицейского ОБП ПСП УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга Селютина от 9 ноября 2019 года, согласно которым 9 ноября 2019 года в ходе патрулирования в 4 часа 50 минут поступила информация о том, что человек упал в воду. Прибыв около 4 часов 54 минут по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 94, было установлено, что упавший в воду Соколов помещен в машину скорой помощи. Спустя 10 минут сотрудникам полиции обратились врачи, которые сообщили, что у Соколова имеется пистолет. В ходе визуального осмотра вещей Соколова в рюкзаке черного цвета были обнаружены человеческие руки, а в кармане куртки пистолет. Соколов был доставлен в Мариинскую больницу, а сотрудникам полиции автомобиль скорой медицинской помощи охранялся до прибытия следственной оперативной группы. Том 1 лиздела 109. Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 9 ноября 2019 года, согласно которому осмотрен участок у дома 94 по набережной реки Мойка, где расположен спуск в воде, на котором обнаружены две перчатки коричневого цвета. Том 4 лиздела 87-95. Протоколом обыска от 9 ноября 2019 года квартира Соколова по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, в ходе которого на рабочем столе комната номер 1, гостиная, обнаружены изъяты мобильный телефон Honor Asus в корпусе белого цвета, системный блок в корпусе черно-серого цвета, ноутбуки Packard Bell и Dell с зарядными устройствами. В комнате номер 3, детская, обнаружен синий пакет IKEA, в котором находится черный пакет, обмотанный липкой лентой, в котором находится голова человека. Со стола комната номер 3 обнаружены изъяты документы на имя Ещенко, а именно читательский билет, свидетельство номер 1509, удостоверение номер 1376, студенческий билет из ПБГУ, фотоальбом с фотографиями. Из комнаты номер 1 изъяты орден почетного французского легиона, а также свидетельство к нему на имя Соколова. Том 4 лиздела 4.9. Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 9 ноября 2019 года квартира Соколова по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, согласно которому осмотрена комната номер 3, детская, в центре которой обнаружена женская голова, лежащая на голубом пакете IKEA, накрытая черным полиэтиленовым пакетом, обмотанным липкой лентой. Голова трупа осматривается с участием судебно-медицинского эксперта. Установлены следующие повреждения. Справа в области верхнего века кровоподтек, слева в области верхнего века кровоподтек, в лобной области по центру волосистой части головы, рана звездочной формы с неровными краями, перелом справа в лобно-височно-теменной кости. В ходе осмотра обнаружены изъяты пакеты, в которых ранее находилась голова трупа, а также полотенце и пила. В шкафу в указанной комнате под одеждой на дне обнаружен пакет, в котором находится обрез мелкокалиберной винтовки калибра 5,6 мм, модель ТОС 1701. В патроннике ствола находится стрелянная гильза от спортивно-охотничьего патрона 5,6 мм, которая извлечена из патронника ствола и изъята. В этом же пакете находится 10 коробок с патронами по 50 штук калибром 5,6 мм. В одной из коробок не хватает 12 патронов. Указанные предметы изъяты и упакованы. Изъят смыв вещества бурого цвета с правой шторы на окне и боковой поверхности кровати. На кухне в мусорном ведре обнаружены три гильзы с маркировкой, моток скотча, втулка от туалетной бумаги со следами бурого цвета, кассовый чек из Леруа Мерлен от 8 ноября 2019 года в 13 часов 58 минут, крестик с цепочкой и кулон, женская футболка бежевого цвета с черными рукавами с веществом бурого цвета. С поверхности раковины обнаружены изъяты два ножа. В ванной комнате стиральной машины изъят пододеяльник розового цвета с рисунком в виде цветов, два смыва вещества бурого цвета из чаши ванны, стены ванны и фановой трубы сливного отверстия. Из комода в комнате номер 2, спальня, изъят рулон черных полиэтиленовых пакетов объемом 220 литров. С поверхности пола и внутренней стороны двери изъяты смывы вещества бурого цвета. В комнате номер 1, гостиной, изъяты документы на имя Соколова и Ещенко. В коридоре квартиры у стены обнаружен изъят топор. С пола у входа в ванную изъяты волосы. Все изъятое в квартире упаковано, описано и опечатано. Том 4, лиздела 15, 27, 29, 53. Актом предъявления для отождествления личности, согласно которому 11 ноября 2019 года Ещенко СО по фотографиям главы трупа неизвестной женщины опознал свою дочь Ещенко. Том 2, лиздела 205. Актом предъявления для отождествления личности, согласно которому 11 ноября 2019 года Ещенко СО по фотографиям рук неизвестной женщины опознал свою дочь Ещенко. Том 2, лиздела 206. Рапортами об обнаружении признаков преступления, а также записью КУСП номер 18-235, согласно которой 11 ноября 2019 года в 13 часов 47 минут по адресу Санкт-Петербург, улица Габсальская, дом 4, в Шаландии у берега, обнаружен расчлененный женский труп, торс, упакованный в белый тканный мешок и черный полиэтиленовый пакет. Том 1 сделал 141-142.
142-143. Протоколом осмотра места происшествия и трупа с фототаблицей, в соответствии с которым 11 ноября 2019 года осмотрен полиэтиленовый черный пакет, находящийся на деревянном причале у дома 4 по улице Гапсальского в Санкт-Петербурге, в котором обнаружено женское туловище без конечностей. В ходе осмотра места происшествия изъята веревка, два полимерных и серых матерчатых мешка. Том 1, лист дела 149, 154, 157, 165. Актом предъявления для отождествления личности, согласно которому 12 ноября 2019 года Ещенко по фотографиям туловища неизвестной женщины опознал свою дочь Ещенко. Том 1, лист дела 171, 172. Протоколом осмотра места происшествия от 23 до 26 декабря 2019 года с фототаблицы, согласно которому осмотрена акватория реки Мойка, надводная и подводная ее часть от Фонарного до Поцелуева моста. В ходе осмотра донной поверхности реки напротив дома 96 по набережной реки Мойка. На дне в 7 метрах от якорного берегового понтона обнаружен предмет овальной формы, который водолазной группой был поднят на поверхность понтона, и которым оказался холщовый мешок серо-зеленого цвета, при вскрытии которого обнаружены два черных полиэтиленовых пакета, в которых мешок белого цвета, в котором находится отчлененный нижний конечности человека. Том 5 лист дела 223-244. Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 26 декабря 2019 года, согласно которому осмотрена набережная реки Мойки у дома 96. На понтоне, расположенном возле набережной, осмотрены мешки белого, черного, темно-зеленого цвета, вставленные друг в друга, внутри которых обнаружены две нижние конечности неизвестного человека. В ходе осмотра изъяты указанные мешки с фрагментами упаковки. Том 4 лист дела 58-65, 68-85. Протоколом осмотра предметов от 11 ноября 2019 года с приложением, в соответствии с которым осмотрены документы на имя Ещенко, изъятые в квартире Соколова, а именно паспорт, страховое свидетельство, читательский билет, пропуск в читальный зал, разрешение на внос и вынос литературы, удостоверение аспиранта, а также ее фотографии и водительское удостоверение на имя Соколова. Том 4 лист дела 96-111. Протоколом осмотра предметов от 25 ноября 2019 года с фототаблицей, в ходе которого осмотрен студенческий билет на имя Ещенко, изъятый в квартире Соколова, удостоверение, читательский билет, свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Ещенко, фотоальбом, мобильные телефоны Asus и Honor, содержащие сведения о телефонных звонках и смс-сообщениях. На мобильном телефоне Honor обнаружена видеозапись конфликта Соколова и Ещенко. Осмотрены ноутбуки Packard Bell, Dell и системный блок черно-серого цвета, а также 10 коробок с патронами, чек из Леруа Мерлен на приобретение 8 ноября 2019 года в 13 часов 58 минут, рулоны мусорных мешков объемом 220 литров, упаковочная лента, цепочка, крестик и подвеска. Том 4 лист дела 113, 120, 122, 166. Протоколом осмотра предметов от 3 февраля 2020 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен обрез ружья ТОС-1701 с маркировкой АБ номер 29748 и 484 гильзы от патронов, боеприпасов к нему калибра 5,6 мм, отстреляно в ходе производства баллистических судебных экспертиз. Обрез ружья ТОС изготовлен из охотничьего карабина ТОС-1701 отечественного производства путем самодельного укорачивания ствола и ложи. Также осмотрены 4 гильзы от аналогичных патронов, обнаруженных в квартире Соколова, том 4 или сделал 169-181. Протоколом осмотра предметов от 25 февраля 2020 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 9 ноября 2019 года по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85. 11 ноября 2019 года по адресу Санкт-Петербург, улица Гапсальска, дом 6. 26 декабря 2019 года по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 96. А именно, бумажная втулка от туалетной бумаги, моток липкой ленты, скотч, моток черных мусорных пакетов, футболка бежевого цвета, вставками из черного и зеленого цветов, полотенце бежевого цвета, пододеяльник светлого цвета с узорами в виде цветов, белый пакет, черный пакет, матерчатый пакет серого цвета, веревка, 5 отрезков белой веревки, мешковина, 2 черных полимерных пакета, полимерный пакет белого цвета, веревка, 5 фрагментов липкой ленты, волосы Ещенко. Том 4 лист дела 198-219. Протоколом осмотра предметов от 26 февраля 2020 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 9 ноября 2019 года по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, а именно фрагмент липкой ленты, скотч, 2 черных полимерных пакета, 4 белых синтетических пакета, 2 полимерных пакета синего цвета IKEA, том 4 лист дела 222-233. Протоколом осмотра предметов от 27 февраля 2020 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 9 ноября 2019 года по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85. В ходе осмотра места происшествия 9 ноября 2019 года по адресу Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 56, районе 2, а также в ходе осмотра места происшествия по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 96, а именно джемпер, джинсы синего цвета с ремнем коричневого цвета, куртка коричневого цвета, рюкзак черно-синего цвета,
пара кроссовок белого цвета, кепка коричневого цвета, шарф песочного цвета, перчатки коричневого цвета, футболка белого цвета, топор, пила, ножовка, два кухонных ножа, перчатка резиновая желтого цвета, 5 смывов вещества бурого цвета и смыв с фановой трубы сливного отверстия. Том 4. Лиздел 235-249. Прошу прощения. Вещественными доказательствами, осмотренными в ходе судебного заседания, мобильного телефона Asus, принадлежащего Соколову, в котором имеется смс-переписка с абонентом Н. Кукушкина, касающаяся общения с детьми, переводов денежных средств на их содержание понедельно. Переписка с абонентом Шестилю Ещенко за период с августа 2018 года по 4 сентября 2019 года, содержащая взаимное признание в любви, обсуждение бытовых вопросов, 5 сентября 2019 года исходящее сообщение, в котором Соколов подозревает Ещенко в общении с другим мужчиной и предлагает прекратить с ней отношения. При этом в этот же день от Соколова в адрес Ещенко направлено сообщение с признанием в любви. За период осени 2019 года от Соколова и Ещенко поступает смс-сообщение с взаимными претензиями относительно общения с лицами противоположного пола. Также в переписке, адресованной Соколову, имеются сообщения за период с сентября 2018 года до сентября 2019 года от неизвестных абонентов с оскорблениями и угрозами в связи с судебными тяжбами с Панасенковым. Осмотрен мобильный телефон Honor, используемый Соколовым, в журнале вызовов которого имеются исходящие звонки с абонентами Дюранель и Дюранель-2, Пустовалов, 8 ноября 2019 года, 18 часов 57 минут и 19 часов 8 минут. Соединение с абонентом Шестилю, Ещенко, 7 ноября 2019 года, в 21 час 34 минуты, 8 ноября 2019 года, в 20 часов 58 минут. В папке с смс-сообщениями имеется входящее сообщение от абонента Дюранель с указанием номера банковской карты на имя Пустовалова. 8 ноября 2019 года. Также имеется смс-переписка с абонентом Шестилю Ещенко за период с ноября 2018 года по 6 ноября 2019 года, где они аналогичным образом высказываются о взаимной любви. Имеется сообщение о том, что Ещенко уходила из квартиры Соколова на время его общения с детьми. Кроме того, указанная переписка содержит оскорбление, которое Ещенко адресовывал Соколову, однако последующие сообщения свидетельствуют о том, что их отношения возвращались в привычное русло. Далее имеются сообщения, в которых Ещенко оскорбляет Соколова и его детей, а также высказывает претензии относительно того, что Соколов не отвечает на ее звонки, в отличие от звонков его бывшей жены, и обвиняет его во лжи. При этом 6 ноября 2019 года их переписка носит бытовой характер. Последнее сообщение, направленное Ещенко в адрес Соколова 8 ноября 2019 года, в 0 часов 57 минут, носит оскорбительный характер. На данном мобильном телефоне осмотрена видеозапись, созданная 8 ноября 2019 года, 0 часов 44 минуты. Съемку осуществляет Соколов. Камера мобильного телефона направлена на Ещенко, который находится в гостиной квартиры Соколова. При этом последняя плачет и высказывает оскорбление в адрес Соколова, требует отпустить ее, на что Соколов спокойным тоном отказывается это сделать. Ещенко говорит ему о том, что больше его не любит. Соколов отвечает ей, что все понял. Ещенко плачет, пытается обойти Соколова, чтобы выйти из комнаты, но резко отскакивает от него и спрашивает, за что он ее бьет, после чего выбивает из его рук мобильный телефон. Ещенко кричит, что он таким же образом бросил ее телефон, одновременно говоря, что он ей ничего не покупал. Соколов поднимает мобильный телефон, продолжает видеосъемку, как Ещенко спускается вниз по лестнице в парадной, высказывая оскорбления в его адрес. Видеозапись прекращена, ее длительность составляет 51 секунду. На фотографиях из галереи указанного мобильного телефона установлено, что на стенах парадной дома Соколова имеются надписи оскорбительного содержания в его адрес. При этом в судебном состоянии Соколов пояснил, что указанные надписи выполнены сторонниками Панасенкова. Кроме того, в галерее мобильного телефона осмотрены фотографии Соколова с его малолетними детьми. В ходе судебного заседания осмотрен ноутбук марки Dell в корпусе черного цвета. При исследовании указанного ноутбука открывались различные папки и файлы. В папке с нецензурным наименованием обнаружены скриншоты страниц в сети интернет, содержащие угрозы оскорбления в адрес Соколова, датированные августом 2019 года. При исследовании файла убеждения установлено, что в нем содержатся негативные установки, сформировавшиеся в детстве Ещенко, переформулированные ею на положительное восприятие. Размышления Ещенко о ее жизни, желаниях, связанных с любимой работой, достатком, установлением стабильных семейных отношений с мужчиной, а также описание повседневных будней, в которых она выражает свою любовь к мужчине, с которым проживает. Дата создания указанного документа 23 февраля 2018 года. Дата последних изменений 20 июля 2019 года. При исследовании файла дневник установлено, что в нем имеются размышления Ещенко о ситуации в стране, пространные высказывания о жизни и любви. При исследовании файла «Чтобы быть любимой, я хочу»
Имеется указание на то, чего Ещенко желает от жизни и чего не желает. В том числе указано, что она ждет от отношений с мужчиной общих детей, верности, уважения, личной свободы. Не желает в отношениях запретов, ревности, неуважения, навязывания своей точки зрения, измен, чужих детей и женщин, а также скрывания отношений. Дата создания указанного документа – сентябрь 2018 года. В судебном заседании осмотрен ноутбук Packard Bell, в котором содержатся исторические работы, а также множество фотографий. При исследовании файла дневник установлено, что в нем содержатся записи, датированные июлем 2017 года, в которых Ещенко выражает особую любовь к мужчине, которого называет сирым, винит себя за проблемы, которые у них возникают, высказывается о желании иметь обычную жизнь. При исследовании системного блока в корпусе черно-серого цвета осмотрена история браузера Opera. 8 ноября 2019 года открывались. Час 48 минут. Письмо с электронной почты. Час 49 минут. Блокбастер. Празднование победы по НА. Запросы Google Maps. С 2 часов 13 минут в виде набережных различных рек и номеров домов. 2 часа 17 минут. Набережная Мойки. 2 часа 17 минут. 8 по набережной Мойки. 2 часа 18 минут. 88 по набережной Мойки. 2 часа 18 минут. 90 по набережной Мойки. 2 часа 18 минут. 88 по набережной Мойки. 2 часа 18 минут. 84 по набережной Мойки. Мойки. 2 часа 19 минут набережной реки Мойки. 2 часа 19 минут фонарный пир. 2 часа 19 минут фонарный мост. 2 часа 19 минут почтамский пир. 2 часа 19 минут большая морская. 2 часа 20 минут большая морская. 2 часа 20 минут большая морская. 2 часа 20 минут почтамский пир. 2 часа 21 минут фонарный мост. 2 часа 21 минут на реке Мойки. 2 часа 35 минут Олег Соколов. А второй итальянской компании. 2 часа 36 минут о суде Соколов-Панасенков, Соколов Олег. 9 ноября 2019 года в 3 часа 40 минут запрос Google Maps. Протоколом осмотра местности от 22 ноября 2019 года с фототаблицей, в соответствии с которым следователь с участием свидетеля Хабарова осмотрел путь следования Соколова при транспортировке пакетов с частями трупа Ещенко от дома 82 по набережной реки Мойка к дому 94 по набережной реки Мойка. А затем на катере «Самара» проследовали по маршруту следования катера при обнаружении мешка с туловищем Ещенко, том 5, раздел 187-200. Запросов в СПБ ГПУ ГМЦ о предоставлении записи с камер видеонаблюдения установлено на фасаде дома 78 по набережной реки за период с 3 часов 8 минут до 3 часов 29 минут 9 ноября 2019 года и ответом на него, в соответствии с которыми представлен CD-диск с запрашиваемой видеозаписью, том 6, раздел 11-12. Протоколом осмотра предметов от 20 февраля 2020 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, полученный 11 ноября 2019 года в СПБ ГПУ городской мониторинговый центр с видеозаписями камеры наблюдения, установленной у дома 78 набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, которыми зафиксировано, как Соколов 9 ноября 2019 года с 3 часов 8 минут 14 секунд направляется в сторону реки Мойка со стороны адреса своего проживания, дом 82 набережной реки Мойки, после чего, осмотревшись, уходит в сторону заднего двора указанного дома. Затем в 3 часа 24 минуты 3 секунды возвращается, перекинув через себя предмет, похожий на мешок. Направляется в сторону ограждения между рекой и проезжей частью. В 3 часа 25 минут 36 секунд Соколов поднимает мешок и перебрасывает через ограждение в реку. Далее возвращается обратно. В 3 часа 29 минут 8 секунд переходит в проезжую часть со стороны заднего двора по набережной реки Мойки, держа в руках предметы, похожие на мешки или пакеты. В 3 часа 29 минут 14 секунд Соколов выбрасывает в реку указанные пакеты, после чего стоит у ограждения, смотрит на выброшенные предметы. В 3 часа 30 минут 37 секунд возвращается к дому 82 по набережной реки Мойка. Том 6, раздел 14.24. Ходатайством представителя потерпевших адвоката Бакшеева, удовлетворенным следователем о приобщении к материалам уголовного дела детализации абонентского номера плюс 7 918 396 46 70 принадлежащего Ещенко СО. Том 6, раздел 26.27. Протоколом осмотра предметов от 4 февраля 2020 года с приложением, согласно которому осмотрен детализированный отчет абонентского номера плюс 7 918 396 46 70, принадлежащего брату Ещенко, Ещенко СО, в ходе которого установлено, что 8 ноября 2019 года в 1 час 7 минут осуществлялось с Ещенко соединение длительностью 7 минут 17 секунд. Далее соединение в 1 час 33 минуты, в 1 час 34 минуты, в 1 час 34 минуты, 1 час 38 минут, 1 час 44 минуты, 1 час 46 минут, длительность которых составляла от 2 до 6 секунд. Последний раз Ещенко
и Ещенко АО и Ещенко СО созванивались 8 ноября 2019 года в 1 час 49 минут. Продолжительность разговора составила 1 минуту 48 секунд. Том 6 лист дела 28-40. Протоколом осмотра предметов от 2 марта 2020 года, согласно которому осмотрены 7 фрагментов пуль калибра 5,6 мм, 4 порошинки, изъяты из головы трупа Ещенко при судебно-медицинской экспертизе. Детализация телефонных переговоров абонентского номера плюс 7 960 236 2658, используемого Соколовым, а также детализация абонентского номера плюс 7 911 810 85 8195, используемого Ещенко, в ходе осмотра которой установлено, что последний разговор Ещенко состоялся с братом Ещенко СО 8 ноября 2019 года в 1 час 49 минут 17 секунд, продолжительностью 1 минута 48 секунд. Соединение произошло через базовую станцию по адресу Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 58, дробь строения. Литера А. Расположена напротив дома Соколова. Том 16, лист дела 226-233. Давайте прервемся буквально на 10 минут. Ну, будем садиться в понедельник или во вторник, когда мы все будем. В свое время заказали, да? Так не пришло. Потом это придать. Катя Мамонтова, то, что не заказала, тоже не пришло. Карина Ирушева тоже заказала, не пришло, ничего не пришло. А вы не смотрели, что там завтра будет, что. Ну, может, что завтра будет. Дело в том, что я попросил. Случайно 26-го, я думаю, что там будет основной поход, мы знаем, что-то такое. Скорее всего. Может, мне еще почему из 26-го? Я попросил
чтобы меня вывели на разговор с родителями на следующей неделе. Наверное, я могу им позвонить, потому что разрешение на звонок родителей есть. Ну, конечно, я после наведу, что вот это, когда кто разрешение дает на общение с ними, дает начальство СИЗО, да, нет, он это же районник,
Спасибо. А, вот так вот, теперь на их. Принесите мне, покажите им, захватите эти письма. Это я давно, ну что? А, да, да, вот она. Да. Она просто давно мне не писала, не пошли, не писала. Сезон я уже с лета не писала. Продолжается проглашение приговора заключением судебно-медицинской экспертизы номер 262-6198-1 от 25 декабря 2019 года, согласно которому исследована часть тела женщины, голова с частью шеи, опознанной как Ещенко, сетипирование препаратов ДНК, полученных из 4 фрагментов мышечной ткани. Труп номер 261/6197/1, 262/6198/1, 263/6248/1. Наблюдается полное совпадение генотипических аллельных комбинаций между собой, что позволяет высказаться о принадлежности данных фрагментов одному лицу женского генетического пола. Зона отделения головы и шеи от туловища имеет следующие морфологические признаки. Отделение кожи шеи производилось острым предметом при помощи неоднократных пилящих воздействий. Отделение верхней трети пятого шейного позвонка производилось пилящим предметом. Установлено полное сопоставление соответствующих участков отделения шеи и трупа номер 262/6198/1 с участком отделения туловища от трупа номер 263/6248/1 без образования дефектов. Индивидуальные особенности травмирующего предмета в ране не отобразились. Отделение верхней и средней частей гортани от ее нижней не представлены на исследовании части. На уровне нижней части гортани в плоскости, идущей в косом направлении спереди назад и снизу вверх, а также справа налево и снизу вверх, является отпилом, образовавшимся в результате возвратно-поступательных движений острого предмета, имеющего следообразующие части зубцы с острой режущей кромкой, обладающего пилящим действием, в плоскости, идущем в косом направлении, спереди назад и снизу вверх, а также справа налево и снизу вверх. Отчленение головы и части шеи от туловища произведено посмертно. Данные повреждения судебно-медицинской оценке не подлежат. При проведении судебно-медицинской экспертизы головы и части шеи обнаружены телесные повреждения в виде множественных проникающих огнестрельных слепых пулевых ранений головы, входные раны номер 1-2, в теменной области справа, в правой височной области рана номер 3, непроникающее огнестрельное пулевое слепое ранение головы с входной раной в области верхнего века правого глаза, рана номер 4, множественные кровоизлияния в кожно-мышечном лоскуте головы в проекции ран, кровоподтеки в левой 1 и правой 1 параорбитальных областях под твердой мозговой оболочкой, под мягкой мозговой оболочкой, множественные участки ушибов и разрушения вещества головного мозга, дефекты правой теменной кости, правой височной кости, скулового отростка, фрагментарно-оскольчатые переломы своды основания черепа, супрахноидальные кровоизлияния в головном мозге, травматические разрушения ткани головного мозга. Данные повреждения являются прижизненными. Раны номер 1-4 и соответствующие им повреждения на костях свода черепа являются входными огнестрельными. Ранения причинены в результате 4 выстрелов из малокалиберного огнестрельного оружия компактными огнестрельными снарядами, свинцовыми пулями. Выстрелы из огнестрельного оружия были произведены с близкой дистанции. Вторая зона близкой дистанции выстрела в зоне действия дополнительных факторов выстрела. Прослежены ходы и направления раневых каналов.
Броневой канал раны номер 1 идет справа налево, несколько спереди назад и сверху вниз, с повреждением правой теменной доли и правой височной доли головного мозга с кровоизлияниями по ходу броневого канала длиной около 8 см. Снаряд извлечен из области турецкого седла. Броневой канал раны номер 2 идет справа налево, сверху вниз и несколько спереди назад, с повреждением правой теменной и правой височной доли головного мозга с кровоизлиянием по ходу броневого канала длиной около 18 см. Снаряд извлечен из мягких тканей левой скуловой области. Броневой канал раны номер 3 длиной около 13 см. Идет справа налево, несколько сверху вниз и несколько спереди назад, с повреждением правой височной доли, левой височной доли головного мозга без кровоизлияния по ходу броневого канала. Снаряд извлечен из чешуи височной кости слева. Броневой канал раны номер 4 длиной около 7 см. Идет спереди назад, слева направо, несколько сверху вниз, с наличием кровоизлияния по ходу броневого канала. Части снаряда извлечены из мягких тканей головы в правой теменно-височной области. Обнаружены повреждения в виде множественных проникающих, огнестрельных, слепых, пулевых ранений головы. Как по отдельности, так и в совокупности находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти. И согласно пункту 6.1.3 медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью, человека, приложение к приказу Минздравствует развития России 24 апреля 2008 года, номер 194Н, относится к повреждениям, причинившим тяжкий вред здоровью. Непроникающее огнестрельное пулевое слепое ранение головы с входной раной в области верхнего века правого глаза. Повреждение мягких тканей и костей лицевого скелета должно оцениваться в соответствии с клиническими проявлениями и по исходу. Кроме того, при исследовании части тела неизвестной женщины установлено повреждение в виде полного поперечного перелома левого большого рога подъязычной кости с кровоизлиянием в окружающих мягких тканях, две трещины основания правого верхнего рога щитовидного хряща, очаговое кровоизлияние в области левого верхнего рога щитовидного хряща, повреждение подъязычной кости и щитовидного хряща образовались одновременно от действия тупого объекта в передний отдел шеи на уровне подъязычной кости и верхней части гортани по механизму давления спереди назад и с двух сторон справа и слева. При этом давление с несколько большей силой оказывалось в направлении спереди назад и справа. Данные телесные повреждения причинно-следственной связи с наступлением смерти не состоят. Повреждение хрящей гортани согласно пункта номер 6.1.5 медицинских критериев определения степени тяжести вреда причинного здоровью человека, приложение к приказу Минздравствует развития России 24 апреля 2008 года номер 34Н относится к повреждениям, причинившим тяжкий вред здоровью. Помимо вышеуказанных прижизненных телесных повреждений обнаружены также посмертные повреждения, которые судебной медицинской оценке тяжести вреда и здоровью экспертной оценке не подлежат. Том 7, раздел 40-98. Заключение судебно-медицинской экспертизы номер 261-6197-1 от 25 декабря 2019 года, согласно которому исследованные верхние конечности принадлежат женщине, опознанной как Ещенко. Наблюдается полное совпадение генотипических аллельных комбинаций при типировании препаратов ДНК, полученных из фрагментов мышечной ткани данных частей тела и частей тела номер 261-6197-1, 262-6198-1, 263-6248-1. При медико-криминалистическом исследовании установлено, что представленные плечевые кости происходят от скелета одного человека женского соматического пола. Зона отделения верхних конечностей от туловища имеют следующие морфологические признаки. Линии отделения на представленных лоскутах кожи верхних конечностей имеют признаки резаных и пропиленных повреждений. Линии отделения на фрагменте лопатки, а также поверхностные повреждения вблизи имеют признаки пиленных повреждений с доломом. Поверхностные повреждения на акромиальном и клювовидном отростках правой лопатки, на суставном хряще головки левой плечевой кости образовались от действия предмета, имеющего в следообразующей части острую кромку. Отделение кожи верхних конечностей правой лопатки производились острыми предметами, имеющими острую кромку, в том числе пилящим, имеющим острый зубчатый край. Особенности острых предметов, в том числе пилящего, в повреждениях на коже и на лопатке не отобразились. Дырчатые переломы на головке левой плечевой кости имеют признаки колотых и образовались от действия травмирующего предметов, обладающего колющим действием, либо от предмета, имеющего выступающие части, имеющие в следообразующей части острый конец и прямоугольную форму в поперечном сечении, размерами в зоне контакта на данной глубине погружения 18 на 6 мм, 4 на 3 мм, 7 на 4 мм. Оскольчато вдавленный перелом головки левой плечевой кости и паутинообразный перелом головки правой кости образовались
зависимость от действия тупого твердого предмета по механизму давления или удара по оси кости. Таким образом, расчленение тела произведено посмертно. Все вышеперечисленные повреждения в причинно-следственной связи с наступлением смерти не состоят, и судебно-медицинской оценке тяжести вреда, причиненного здоровью, не подлежат. Учитывая отсутствие гнилостных изменений представленных фрагментов тела, можно предположить, что давность смерти могла составлять около 1-2 суток до момента их исследования, то есть 9-11 ноября 2019 года в 10 часов. Этиловый спирт в мышце верхней правой конечности и в мышце верхней левой конечности не обнаружен. Учитывая характер наличия дополнительных разрезов, переломов плечевых костей и части правой лопатки, локализацию зон отчленения, можно предположить, что лицо, расчленившее труп, не обладает познаниями в области анатомии человека. Том 7, раздел 3.37. В заключении постоянной медицинской экспертизы номер 268-6248-1 от 25 декабря 2019 года, согласно которому исследована часть тела женщины, туловище, опознанное как Ещенко. При типировании препаратов ДНК, полученных из 4 фрагментов мышечной ткани, труп номер 261/6197/1, 262/6198/1, 263/6248/1, наблюдается полное совпадение генотипических аллельных комбинаций между собой, что позволяет высказаться о принадлежности данных фрагментов одному лицу женского генетического пола. Повреждения, расположенные по краям отделения шеи, левой и правой верхней конечности, левого и правого бедра, отделенных по туловищу, являются пиленными. Пиленные повреждения на кожных лоскутах причинены предметом, обладающим пилящим действием, пилой, в результате многократных возвратно-поступательных движений. На некоторых участках повреждения краев отделения на коже правой верхней конечности, правого и левого бедра имеют признаки резанов, которые причинены предметом, имеющим в следообразующей части острый край. Линия отделения на фрагментах правой и левой лопатки, правой и левой бедренной костях, 6-7 шейных позвонков, а также поверхностные повреждения на суставной поверхности и акромиальном отростке левой лопатки. Теле 6-7 шейного позвонка имеют признаки пильных повреждений, образовались в результате действия пилящего предмета, имеющего острый зубчатый край. Поверхностные повреждения на телах, поперечных и суставных отростках шейных позвонков, на клювовидном и акромиальном отростках левой и на верхнем и латеральном краях правой лопаток образовались от действий предмета, имеющего следообразующей части острую кромку, поверхностные повреждения на нижней поверхности левого поперечного отростка, правого нижнего суставного отростка, внутренней поверхности дуги 7-го шейного позвонка имеют признаки колотых и образовались от действия травмирующего предметов, обладающего колющим действием, либо от предмета, имеющего выступающей части, имеющим в следообразующей части острый конец и треугольную форму в поперечном сечении, размерами в зоне контакта на данной глубине погружения 4-6 на 1,5-2 мм. Расчленение тела произведено посмертно. Данные повреждения в причинно-следственной связи с наступлением смерти не состоят. Судебно-медицинской оценки тяжести вреда, причиненного здоровью, не подлежат. Учитывая наличие на голове трупа Ещенко множественных, проникающих огнестрельных, слепых пулевых ранений с множественными участками ушиба и разрушения вещества головного мозга, смерть Ещенко наступила от указанных выше огнестрельных пулевых проникающих ранений головы. В момент причинения посмертных повреждений потерпевшие и нападавшие могли находиться в любом положении при условии доступности травмируемых областей. Том 7, раздела 101-162. Заключением судебно-медицинской экспертизы номер 322-7150-1 от 6 февраля 2020 года, согласно которому исследована часть тела женщины нижней конечности с линиями отделения по верхней трети правого бедра, верхней трети левого бедра, опознанной как Ещенко. При типировании препаратов ДНК, полученных из 2 фрагментов мышечной ткани трупа номер 322-7150-1, наблюдается полное совпадение генотипических аллельных комбинаций между собой, что позволяет высказаться о принадлежности данных фрагментов одному лицу женского генетического пола. При сравнительном исследовании наблюдается полное совпадение генотипических аллельных комбинаций с генотипическими аллельными комбинациями, установленными в образцах мышечной ткани трупов номер 261/6197/1, 262/6198/1, 263/6248/1. Таким образом, части трупов номер 261/6197/1, 262/6198/1, 263/6248/1, 322/7150-1 принадлежат одному лицу женского генетического пола. При проведении судебно-медицинской экспертизы были обнаружены повреждения в виде
посмертных ран в нижней трети правого бедра 1, в нижней трети левого бедра 2. Данные повреждения возникли после момента наступления смерти. Данные посмертные повреждения имеют следующие морфологические характеристики. Раны на коже правого и левого бедра являются пиленными, которые причинены предметом, обладающим пилящим действием, пилой, в результате многократных возвратно-поступательных движений. На некоторых участках в ранах правого и левого бедра имеют признаки резаных, которые причинены предметом, имеющим следообразующие части, острый край, и судебной медицинской оценки тяжести вреда, причиненного здоровью, не подлежат. Зоны отделения нижних конечностей от туловища имеют следующие морфологические признаки. Повреждения, расположенные по краям отделения кожи правого и левого бедра, являются пиленными, которые причинены предметом, обладающим пилящим действием, пилой, в результате многократных возвратно-поступательных движений. Повреждения на фрагментах правой и левой бедренных костей по краям отделения являются отпилами и надпилами. Пиленные повреждения по краям отделения на кожных лоскутах и на подлежащих костях причинены предметом, обладающим пилящим действием, пилой, в результате многократных возвратно-поступательных движений. На некоторых участках повреждения краев отделения на коже правого и левого бедра имеют признаки резаных, которые причинены предметом, имеющим в следообразующей части острый край. На поверхностях отпилов бедренных костей выявлены едва различимые нечеткие прерывистые трассы. На диафизах правой и левой бедренных костей выявлены немногочисленные насечки, которые образовались от действия предмета, имеющего в следообразующей части острый край. Таким образом, отчленение нижних конечностей от туловища произведено посмертно. Том 7, раздел 164-210. Показаниями судебно-медицинского эксперта Василенко, допрошенного в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании, который в полном объеме подтвердил заключение вышеуказанных судебно-медицинских экспертиз и пояснил, что в результате причинения огнестрельных ран с 1 по 3 Ещенко был причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни в момент причинения. Рана номер 4 в области верхнего века правого глаза не проникает в полость черепа, не является опасной для жизни. По длительности расстройства здоровья на срок свыше 21 дня расценивается не менее чем как вред здоровью средней тяжести. Тупая травма шеи причинена прижизненно, а также является опасной для жизни, в связи с чем оценивается как тяжкий вред здоровью. Смерть Ещенко наступила от огнестрельных ран 1-3, проникающих в полость черепа. Выстрелы производились с близкого расстояния около полуметра-метра, но не в упор. При этом эксперт настаивал на том, что полный поперечный перелом левого большого рога подъязычной кости с кровоизлиянием в окружающих мягких тканях, две трещины основания правого верхнего рога щитовидного хряща, очаговое кровоизлияние в области левого верхнего рога щитовидного хряща являются прижизненными повреждениями. Все огнестрельные ранения, а также повреждения в области шеи не имеют какой-либо морфологической разницы во времени причинения. Они все были причинены одномоментно в течение короткого промежутка времени. Показания судебно-медицинского эксперта Мазунина, допрошенного в судебном заседании, который подтвердил выводы заключения экспертизы номер 262-6191-1 от 25 декабря 2019 года, при этом пояснив, что рана номер 4 у живых лиц оценивается как вред здоровью средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья свыше 21 дня. Болевые ранения могли быть причинены Ещенко при нахождении последней в любом положении. Раны 1-3, а также повреждения в области гортани расцениваются как тяжкий вред здоровью. Повреждения гортани могли образоваться, когда потерпевший находился передней поверхностью к травмирующему предмету. При этом эксперт показал, что при исследовании головы и шеи трупа Ещенко признаков феномена переживания не обнаружено, пояснив, что согласно визуальному исследованию, данным макроскопического, микроскопического и гистологического исследований, а также согласно клеточной реакции тканей в области повреждения шеи, указанные повреждения возникли в короткий промежуток времени и образовались прижизненно. Заключением ситуационной медико-криминалистической экспертизы номер 20-25-6-00-50 от 23 января 2020 года, согласно которому локализация, характер и морфологические характеристики входных огнестрельных ран, выявленных на трупе Ещенко, направление раневых каналов, а также материалы уголовного дела позволяют высказаться о следующих возможных обстоятельствах их причинения. Рана номер 4 образовалась при направлении дульного среза оружия в момент выстрела непосредственно в область лица пострадавшей, верхнее веко правого глаза. То есть она могла образоваться только при первом выстреле Соколова, когда он и потерпел находились лицом друг к другу, как это продемонстрировано в ходе проверки показаний на месте. Это подтверждается наличием вокруг данной раны неправильно овальной формы участка окопчения кожного покрова, что соответствует характеристикам близкой дистанции выстрела, а также направлением раневого канала спереди назад, слева направо, несколько сверху вниз. Раны номер 1-2-3 образовались при направлении дульного среза оружия в момент выстрела в область правой боковой поверхности головы потерпевшей при нахождении оружия на дистанции действия сопутствующих факторов
факторов выстрела, о чем свидетельствует наличие опаления волос, а также участков окопчения кожных покровов. Направление раненых каналов справа налево, несколько спереди назад и сверху вниз, рана номер один. Справа налево, сверху вниз и несколько спереди назад, рана номер два. Справа налево, несколько сверху вниз и несколько спереди назад, рана номер три, указывают, что они могли образоваться при нахождении потерпевшей в горизонтальном положении, лежа на кровати на левом боку. То есть данные повреждения могли образоваться в результате последующих выстрелов Соколова, указанных им в ходе проверки показаний на месте. Том 7, не сделал 230-236. Заключение баллистической судебной экспертизы номер 6/1/1/19/308 со 22 ноября 2019 года, согласно которому предмет изъято 9 ноября 2019 года в ходе осмотра места происшествия по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, является обрезом, изготовленным из 5,6 мм охотничьего карабина ТОС-1701 отечественного производства путем самодельного укорачивания ствола и ложи. На поверхности обреза имеется маркировка АБ номер 29-748. Данный обрез относится к категории нарезного огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы 5,6 мм спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения. Том 8, раздел 3.5. Заключение баллистической судебной экспертизы номер 7/1/5 от 27 января 2020 года, согласно которому представлены на экспертизу 484 патрона, изъято 9 ноября 2019 года. В ходе осмотра места происшествия по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, являются 5,6 мм спортивно-охотничьими винтовочными патронами кольцевого воспламенения, промышленного изготовления, отечественного производства и относятся к категории боеприпасов. 351 отстрелянный патрон пригоден для производства выстрела, остальные 133 патрона не отстреливались. Том 8, раздел 9.11. Заключение баллистической судебной экспертизы номер 7/1-8 от 31 января 2020 года, согласно которому 133 представленных на экспертизу 5,6 мм спортивно-охотничьих винтовочных патрона пригодны для производства выстрелов из обреза карабина ТОС-1701 АБ номер 29-748. 4 гильзы 5,6 мм спортивно-охотничьих винтовочных патронов, изъяты в ходе осмотра места происшествия по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, стреляны в представленную экспертизу обрезе карабина ТОС-1701 АБ номер 297-48. Том 8, раздел 15-20. Заключение физико-химической судебной экспертизы номер 529/06-1 от 28 февраля 2020 года, согласно которому одна из частиц, изъятых с головы Ещенко, является недогоревшей сферической порошинкой бездымного пороха. Сферическим бездымным порохом производится снаряжение патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Том 8, раздел 24-30. Заключение биологической судебной экспертизы номер 1499 от 4 декабря 2019 года, согласно которому на веревке с 5 фрагментами липкой ленты, изъятой по адресу Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 56, строение 2, обнаружена кровь человека, которая могла произойти от Ещенко. 5 объектов являются волосами человека, отделенными предметом с заостренным краем, прохождение которых от Ещенко не исключается. Том 8, раздел 151-156. Заключение биологической судебной экспертизы номер 1500 от 5 декабря 2019 года, согласно которому два объекта, изъяты при осмотре места происшествия, квартира 85, дом 82 по набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, являются волосами головы человека, отделенными предметом с заостренным краем и могли принадлежать Ещенко. Том 8, раздел 159-163. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 1033/765 от 28 января 2020 года, согласно которому на полимерном мешке белого цвета, тканевом мешке темно-зеленого цвета, фрагменте веревки, изъятых по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, напротив дома 96, обнаружены фрагменты мягких тканей Ещенко, том 8, раздел 167-178. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 923/688 от 16 декабря 2019 года, согласно которому на женской футболке, изъятой по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, обнаружена кровь Ещенко. Том 8, раздел 182-189. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 940/693 от 16 декабря 2019 года, согласно которому на пододеяльнике, изъятом по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, обнаружена кровь Ещенко. Том 8, раздел 204-211. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 925/690 от 16 декабря 2019 года, согласно которому на втулке от туалетной бумаги и мотке липкой ленты, изъятых по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, обнаружена кровь Ещенко, том 8, раздел 240.
248. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 926/691 от 16 декабря 2019 года, согласно которому на рулоне черных мусорных пакетов, изъятых по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, обнаружена кровь Ещенко и потожировые следы Соколова, том 9, издела 4.13. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 97/72 от 20 февраля 2019 года, согласно которому на смылках с внутренней поверхности белого и черного пакетов, изъятых по адресу Санкт-Петербург, улица Гапсальская, дом 6, обнаружена кровь Ещенко, том 9, издела 17.25. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 106/49/1/19-684 от 25 ноября 2019 года, согласно которому на пакете IKEA, свернутом пакете, находящемся в нем, полимерном пакете черного цвета, двух пакетах белого цвета, фрагментах липкой ленты, изъятых по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, обнаружена кровь Ещенко. Следы на ручках пакета IKEA произошли от Соколова и Ещенко, том 9, лист дела 61-95. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 106/49/1/19-685 от 27 ноября 2019 года, согласно которой на пакете черного цвета, двух пакетах белого цвета, изъятых по адресу Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 56, обнаружены следы крови, эпителиальные клетки и их фрагменты. Часть фрагментов произошла от Ещенко, остальные следы произошли от Соколова и Ещенко. Том 9 лист дела 98-136. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 106/49/1/19-680 от 27 ноября 2019 года, согласно которой на смывах с кровати в комнате номер 3, с пола в комнате номер 2, со стен ванной комнаты, с ванновой трубы в ванной комнате, изъятых по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, обнаружены следы крови. При этом на смыве с кровати в комнате номер 3 следы произошли от Ещенко. Эпителиальные клетки и следы крови человека со смывами в комнате номер 2 и с ванновой трубы, а также эпителиальные клетки с двери в комнате номер 2 образовались в результате смешения биологического материала Ещенко и Соколова. Том 9, раздел 140-153. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 106/49/1/19-679 от 22 ноября 2019 года, согласно которой на смывах с обреза и гильзах при осмотре места происшествия по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, обнаружены эпителиальные клетки. В смывах с приклада обнаружены следы крови Ещенко, а также эпителиальные клетки и следы крови, в том числе обнаруженные на гильзе, которые образовались в результате смешения биологических материалов Ещенко и Соколова. Смешанный след крови и эпителиальных клеток с правой стороны приклада обреза мог образоваться в результате смешения биологического материала Ещенко, Соколова и иного лица или лиц. Том 9, лист дела 157-172. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 106/49/1/19-681 от 27 ноября 2019 года, согласно которой на пиле ножовки, изъятой при осмотре места происшествия по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, обнаружены следы крови Ещенко. На топоре, обнаруженном по указанному адресу, обнаружены эпителиальные клетки и следы крови человека, которые образовались в результате смешения биологического материала Ещенко и Соколова, а также эпителиальные клетки и следы крови человека, которые могли образоваться в результате смешения следов от Ещенко, Соколова и иных лиц. Том 9, лист дела 178-197. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 106/49/1/19-682 от 27 ноября 2019 года, согласно которой на двух кухонных ножах, изъятых по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, обнаружена кровь Ещенко. Том 9, лист дела 201-213. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 106/49/1/19-683 от 29 ноября 2019 года, согласно которой на перчатках, изъятых по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 96, обнаружены эпителиальные клетки и следы крови человека, которые образовались в результате смешения биологического материала Ещенко и Соколова. Том 9, лист дела 217-228. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 106/49/1/19-686 от 2 декабря 2019 года, согласно которой на футболке и джемпере Соколова, изъятых по адресу Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 56, обнаружены следы крови Ещенко. На футболке обнаружены следы, содержащие кровь, которые произошли в результате смешения биологического материала от Соколова и Ещенко. Том 10, лист дела 4.19. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 106/49/1/19-687 от 2 декабря 2019 года, согласно которой на джинсах и куртке Соколова, изъятых по адресу Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 56, обнаружены следы крови Ещенко. Том 10, лист дела 22.32.
Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 106-49/1/19-686 от 2 декабря 2019 года, согласно которой на кроссовках Соколова, изъятых по адресу Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 56, обнаружены следы крови, том 10, лист дела 3540. Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы номер 106-49/1/19-689 от 2 декабря 2019 года, согласно которой внутри рюкзака, изъятого по адресу Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 56, обнаружены следы крови Ещенко. Том 10, лист дела 43-54. Детализация телефонных соединений абонента плюс 7-911-810-81-95, принадлежащего Ещенко, за период времени 7 ноября 2019 года 0 часов 0 минут по 9 ноября 2019 года 0 часов 0 минут, полученный у оператора сотовой связи ПАО МТС по запросу суда, согласно которому 7 ноября 2019 года 8 часов 42 минуты 18 секунд установлено входящее соединение с абонентом плюс 7-921-918-19-1 Соколов длительностью 195 секунд. Адрес места расположения базовой станции Москва и Московская область. 7 ноября 2019 года в 16 часов 57 минут 10 секунд установлено исходящее соединение с абонентом плюс 7-921-918-19-11 Соколов длительностью 81 секунда. Адрес места расположения базовой станции Москва и Московская область. 7 ноября 2019 года в 16 часов 58 минут 48 секунд установлено исходящее соединение с абонентом плюс 7-921-918-19-11 Соколов длительностью 28 секунд. Адрес места расположения базовой станции Москва и Московская область. 7 ноября 2019 года в 17 часов 28 минут 59 секунд установлено исходящее соединение с абонентом плюс 7-918-677-92-82 Ещенко ОС длительностью 320 секунд. Адрес места расположения базовой станции Москва и Московская область. 8 ноября 2019 года в 0 часов 58 минут 53 секунды исходящее смс-сообщение абоненту плюс 7-921-918-911 Соколов. Адрес места расположения базовой станции Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 58, дробь строения, литера А. 8 ноября 2019 года в 1 час 7 минут 0 секунд установлено исходящее соединение с абонентом плюс 7-918-396-46-70 Ещенко СО длительностью 436 секунд. Адрес место расположения базовой станции Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, дом 4, строение, литера А. 8 ноября 2019 года в период с 1 часа 33 минут 54 секунд по 8 ноября 2019 года в 1 час 44 минуты 25 секунд попытки установления входящих соединений с абонентом плюс 7-918-396-46-70 Ещенко СО. 8 ноября 2019 года в 1 час 49 минут 17 секунд установлено входящее соединение с абонентом плюс 7-918-396-46-70 Ещенко СО длительностью 109 секунд. Адрес места расположения базовой станции Санкт-Петербург, Большая Морская, дом 58, строение, литера А. 8 ноября 2019 года в 8 часов 59 минут 33 секунды установлено входящее соединение с абонентом плюс 7-921-918-19-11 Соколов длительностью 6 секунд. 8 ноября 2019 года в 9 часов 28 минут 16 секунд установлено входящее соединение с абонентом плюс 7-960-236-26-58 Соколов длительностью 15 секунд. Детализация телефонных соединений абонента плюс 7-921-918-19-11, принадлежащего Соколову, за период времени с 0 часов 0 минут 8 ноября 2019 года по 23 часа 59 минут 10 ноября 2019 года, из которого следует, что им получено смс-сообщение от абонента плюс 7-911-810-81-95 Ещенко 8 ноября 2019 года в 8 часов 59 минут осуществлен исходящий звонок на абонентский номер плюс 7-911-810-81-95 Ещенко длительностью 6 секунд. Детализация телефонных соединений абонента плюс 7-960-236-26-58 принадлежащего Соколову за период времени с 0 часов 0 минут 8 ноября 2019 года по 23 часа 59 минут 10 ноября 2019 года, из которого следует, что с данного абонентского номера в период с 8 часов 50 минут 8 ноября 2019 года осуществлялись вызовы на городские номера, в том числе в службу 04. 8 ноября 2019 года
года в 9 часов 28 минут осуществлено соединение с абонентским номером плюс 7 911 810 81 95 Ещенко АО длительностью 15 секунд. 8 ноября 2019 года в 9 часов 38 минут и 10 часов 14 минут осуществляли соединение с посольством Франции в России. На подсудимого Соколова в совершении незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, помимо его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами. Показания свидетеля Кузнецовой, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что она состоит в должности старшего следователя ИСО по Адмиралтейскому району ГСУ из КР по Санкт-Петербургу, в рамках работы по уголовному делу по факту убийства неизвестной женщины, находясь на дежурных сутках 9 ноября 2019 года, она выезжала на обыск и осмотр места происшествия квартиры Соколова. В ходе осмотра места происшествия в дальней комнате по левую сторону коридора квартиры у кухни, где была обнаружена голова трупа, в шкафу были обнаружены и коробки с патронами, которые находились в пакете. Указанных коробок было 10, в каждой из них по 50 патронов. Но одна из коробок была вскрыта, в ней не хватало 12 патронов. Остальные коробки были закрыты, содержали идентичные маркировки, которые она указала в протоколе. Все патроны она не пересчитывала. Сведения об их количестве она переписала в протокол в соответствии с маркировкой. В указанном шкафу также обнаружен обрез мелкокалиберной винтовки. После изъятия все предметы были упакованы способом, исключающим доступ к содержимому без нарушения целостности упаковки. Показаем свидетеля Никитина, допрошенного в судебном заседании, из которого следует, что он состоит в должности старшего следователя 3-го ИСО 1-го УРВД ГСУ из КРФ по Санкт-Петербургу. Он является следователем следственной группы по уголовному делу в отношении Соколова. 25 ноября 2019 года он осуществлял осмотр патронов, изъятых при осмотре места происшествия в квартире Соколова, которые на момент начала осмотра были упакованы. При пересчете патронов была допущена техническая ошибка, указано 488 патронов вместо 484. После осмотра данные патроны вновь упаковал способом препятствующим доступу к содержимому без нарушения целостности упаковки и направил их на экспертизу, в результате которой было установлено, что в коробке содержится 484 патрона. Показания свидетеля Аникиной, оглашенными в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 ПК РФ, из которых следует, что она состоит в должности ведущего специалиста ООО ЖКС номер 2 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 9 ноября 2019 года около 11 часов 00 минут ее пригласили для участия в обыске по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, по месту жительства Соколова, поскольку собственник не мог принять участие в данном следственном действии. При проведении обыска участвовали два понятых и два криминалиста. В ходе обыска в указанной квартире были обнаружены изъяты два мобильных телефона, два ноутбука и системный блок, а также документы на имя Соколова и Ещенко. Кроме того, при проведении обыска в дальней комнате слева от входа на полу в сумке IKEA обнаружена женская голова. По данному факту был составлен протокол обыска, с которым ознакомились все участвующие лица, замечаний ни от кого не поступило. Обнаруженные предметы были упакованы и печатны. После произведенного обыска следователь попросила ее поучаствовать в осмотре места происшествия в этой же квартире, в ходе которого была осмотрена голова Ещенко. С повреждениями обнаружены полотенце со следами крови, пила с деревянной ручкой, обрез ружья, патроны к нему, три гильзы, моток скотча, чек из магазина Леруа Мерлен, крестик с цепочкой, женская футболка в крови, ножи, пододеяльник, топор, а также иные предметы. Все изъято в ходе осмотра также было упаковано и опечатано. По факту проведенного осмотра следователем также был составлен протокол, с которым ознакомились все участвующие лица. Замечаний ни от кого не поступило. Том 11, сделал 5760. Показания свидетеля Куликова, оглашенные в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 ПК РФ, из которого следует, что он проживает по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 73. Около 12 часов 00 минут 9 ноября 2019 года к нему домой пришли сотрудники полиции и попросили его и его отца Куликова М.А. поучаствовать в качестве понятых при проведении обыска в квартире 85 по набережной реки Мойка, в которой проживал Соколов. В ходе обыска в квартире Соколова была обнаружена отчлененная женская голова. После он совместно со своим отцом Куликовым участвовал при проведении осмотра квартиры Соколова, в ходе которого были обнаружены пила, обрез и патроны к нему, гильзы, топор, а также иные предметы, которые были упакованы и изъяты. Составленные при этих следственных действиях протоколы соответствовали тому, что происходило в их присутствии. Том 1 сделал 163-166, том 14 сделал 69-72. Показаниями свидетеля Куликова М.А., оглашенными в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 ПК РФ, аналогичными показаниями свидетеля Куликова, изложенным выше. Том 14 сделал 74-77, том 14 сделал 79-83. Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела номер 11-90-24-00-2-30-157 по факту убийства Ещенко в ходе осмотра места происшествия в квартире Соколова по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, обнаружены изъяты обрез малокалиберной винтовки и 10 коробок с патронами по 50 штук, в одной из которых не хватает 12 патронов. В связи с чем в действиях Соколова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской
Российской Федерации, том 1, раздел 175. Протокол на осмотр места происшествия с фототаблицы от 9 ноября 2019 года. Квартира Соколова по адресу Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 82, квартира 85, согласно которому осмотрена комната номер 3, детская, в центре которой обнаружена женская голова трупа, лежащая на голубом пакете Икея, накрытая черным полиэтиленовым пакетом, обмотанным липкой лентой. В шкафу в указанной комнате под одеждой на дне обнаружен пакет, в котором находится обрез мелкокалиберной винтовки калибра 5,6 мм, модель ТОС 1701. В патроне ствола находится стрелянная гильза от спортивно-охотничьего патрона 5,6 мм, которая извлечена из патронника ствола и изъята. В этом же пакете находится 10 коробок с патронами 50 штук калибром 5,6 мм. В одной из коробок не хватает 12 патронов. На кухне в мусорном ведре обнаружены 3 гильзы. Все изъятое в квартире упаковано, описано опечатано. Том 4, раздел 15-27-29-53. Заключение судебной медицинской экспертизы номер 262-61-98-1 от 25 декабря 2019 года, согласно которой исследована часть тела женщины, голова с частью шеи, опознанной как Ещенко. При исследовании главы трупа прослежены ходы и направления раневых каналов, из которых извлечены 3 снаряда и части 4-го снаряда. Том 7, раздел 40-98. Протоколом осмотра предметов ответил февраля 2020 года с фототаблицы, согласно которому осмотрен обрез ружья ТОС-1701 с маркировкой АБ номер 29-748 и 484 гильзы от патронов, боеприпасов к нему калибра 5,6 мм, отстрелянных в ходе производства баллистических судебных экспертиз. Обрез ружья ТОС изготовлен из охотничьего карабина ТОС-1701 отечественного производства путем самодельного укорачивания ствола и ложи. Также осмотрены 4 гильзы от аналогичных патронов, обнаруженных в квартире Соколова, том 4, раздел 169-181. Протоколом осмотра предметов от 2 марта 2020 года, согласно которому осмотрены 7 фрагментов пуль калибра 5,6 мм, 4 порошинки, изъятые из головы трупа Ещенко при судебной медицинской экспертизе. Том 16, раздел 226-233. Заключение баллистической судебной экспертизы номер 6/1/1/19/380 22 ноября 2019 года, согласно которой предмет изъятый 9 ноября 2019 года в ходе осмотра места происшествия по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, является обрезом, изготовленным из 5,6 мм охотничьего карабина ТОС-1701 отечественного производства путем самодельного укорачивания ствола и ложи. На поверхности обреза имеется маркировка АБ номер 297-48. Данный обрез относится к категории нарезного огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы 5,6 мм спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения, том 8, раздел 3.5. Заключение баллистической судебной экспертизы номер 7/1-5 от 27 января 2020 года, согласно которой представлены экспертизу 484 патрона, изъятые 9 ноября 2019 года в ходе осмотра места происшествия по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, являются 5,6 мм спортивно-охотничьими винтовочными патронами кольцевого воспламенения промышленного изготовления отечественного производства и относятся к категории боеприпасов. 351 отстрелянный патрон пригоден для производства выстрела, остальные 133 патрона не отстреливались и оставлены для сравнительного исследования. Том 8, раздела 9.11. Заключение баллистической судебной экспертизы номер 7/1-8 от 31 января 2020 года, согласно которой 133 представленных на экспертизу 5,6 мм спортивно-охотничьих винтовочных патронов пригодны для производства выстрелов из обреза карабина ТОС-1701 АБ номер 297-48. 4 гильзы 5,6 мм спортивно-охотничьих винтовочных патронов, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Мойки, дом 82, квартира 85, стреляны в представленном на экспертизу обрезе карабина ТОС-1701 АБ номер 297-48, том 8, раздел 15-20. Прошу прощения. Стороной защиты представлены следующие доказательства. Показания свидетеля Даудова, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он является директором Института истории Санкт-Петербургского государственного университета. Соколову мы знакомы по работе, поскольку последний являлся доцентом кафедры истории нового и новейшего времени. С Ещенко он также был знаком. Соколова охарактеризовал как профессионального историка, востребованного лектора, уважительного, спокойного коллегу. Ему известно о конфликте Соколова с Панасенковым на исторической почве, который возник после того, как Панасенков опубликовал работу, в которой указал, что стал первым, кто по-научному смог объяснить эпоху Наполеона. Никто из научного сообщества на это не отреагировал, а Соколов выступил с критикой указанной работы. Панасенков воспринял это как личное оскорбление, после чего Соколову стали поступать угрозы. Совершались провокации, в том числе и на публичной лекции Соколова.
По данному поводу Соколов приходил к нему, Даудову, и просил совета о том, как себя вести в данной ситуации. На что он, Даудов, посоветовал ему обратиться в правоохранительные органы. Соколов очень эмоционально реагировал на данные выпады со стороны сторонников Панасенкова. Он, Даудов, просил Соколова не обращать внимания на данные действия, считая, что это само собой уладится. Ищенко свидетель знает как студентку, которая училась очень хорошо, поступила в аспирантуру, всегда спокойная, скромная, вежливая, исполнительная. Об отношениях между ней и Соколовым он узнал весной 2019 года от коллег, после чего на его вопрос об этом Соколов сообщил, что между ними серьезные отношения, они намерены вступить в брак. Ее родители в курсе их отношений и должны приехать на их свадьбу. Показания свидетеля Пучкова, допрошенного в суде на свидании, с которого следует, что он является генеральным директором ООО «Гоблин Фильм», а также записывает видеоролики на своем YouTube-канале под псевдонимом «Гоблин». Соколов знаком в связи с публикациями на своем канале видеозаписи с участием Соколова на исторические темы. Сищенко также знаком. Охарактеризовал Соколова как специалиста высокого уровня. Ему известно о том, что между Соколовым и Панасенковым был конфликт на исторической почве, в связи с чем Соколову поступали угрозы и оскорбления, которые он принимал близко к сердцу, так как является эмоциональным человеком, дорожащим своей репутацией. Соколов считал, что ко всем провокациям его адрес причастен Панасенков, который в том числе выпускал ролики оскорбительного содержания. Ищенко также переживал по поводу данного конфликта, поскольку они оба получали сообщения об изменах друг друга. Он, Пучков, говорил Соколову, что данные действия со стороны Панасенкова являются пиаром за счет Соколова и просил его не реагировать на них, поскольку подобного рода публикации очень быстро теряют интерес со стороны читателей. Последний раз Соколов и Ещенко видел весной 2019 года на мероприятии, при этом напряжение между ними он не заметил, их отношения носили теплый характер. Показания свидетеля Янчаускаса, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он знаком с Соколовым в течение 18 лет, за который встречался с ним раз в несколько месяцев, часто созванивался, поскольку участвовал вместе с ним в исторических реконструкциях. Ещенко он видел несколько раз на фестивале. Соколова характеризовал как выдающегося ученого, основателя и активного участника реконструкторского движения в России, а также лучшего лектора, честного, бескорыстного и порядочного человека. Он видел его отношения с женой Кукушкиной, а также с дочерями. Соколов был примерным семьянином, очень любил своих детей. Ему известно о конфликте Соколова с Панасенковым, по факту которого Соколову поступали угрозы, оскорбления и провокации, отчего он нервничал, переживал, говорил, что не может нормально спать из-за данной ситуации. Последний раз Соколов увидел в августе 2019 года. Изменений в поведении его не замечал. Ещенко охарактеризовал как застенчивую, приятную девушку, молчаливую, спокойную. Он видел ее 3 раза. Соколов на Ещенко не жаловался, намеревался на ней жениться. Показания свидетеля Рощупкина, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он знаком с Соколовым 2005 года в связи с военно-исторической деятельностью. Сещенко также был знаком. Соколова охарактеризовал как талантливого великого ученого с огромным уровнем эрудиции, лучшего специалиста по истории наполеоновских войн. Он посещал открытые лекции, которые проводил Соколов. Ему известно о конфликте Соколова с Панасенковым на исторической почве. Во время одной из открытых лекций Соколова, на которой он присутствовал, задавались некорректные и провокационные вопросы, после чего видеозапись с данными событиями в нарезанном виде была опубликована в социальной сети. Соколов считал, что к данным событиям причастен Панасенков. Ему также известно, что Соколову поступали угрозы и оскорбления, которые глубоко затрагивали его, как импульсивного человека, ярко реагирующего на подобное. С Ещенко он знаком с 2017 года. Она помогала Соколову на реконструкциях. Внешне она всегда была корректна, вела себя скромно, поддерживала беседы. Он чувствовал, что она эмоциональный человек, уверенно высказывала свое мнение на исторические темы. К Соколову относилась с обожанием и восхищением. Соколов также относился к ней по-рыцарски. Он знаком с детьми Соколова, Изабель и Елен. Во время одной из встреч в начале 2019 года в ходе разговора он упомянул дочь Соколова, Изабель, на что Ещенко отреагировал негативно. Она побледнела, а Соколов попросил его больше не упоминать о детях в присутствии Ещенко, поскольку тема детей для нее неприятна. Последний раз видел Соколова и Ещенко 15 августа 2019 года во время мероприятия, где Соколов представил Ещенко как невесту, на которой намеревался жениться. Показания свидетеля Пустовалова, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он знаком с Соколовым с осени 2017 года, состоит с ним в дружеских отношениях. Соколова охарактеризовал как выдающегося историка, основоположника военно-исторической реконструкции, сильного, увлеченного делом, отзывчивого друга. В реконструкторских кругах его Пустовалова называли Дюранель. С Ещенко знаком с 2017 года. Он был очевидцем ссор Соколова и Ещенко. При упоминании о детях она обижалась, злилась. Соколов говорил ему о том, что для Ещенко дети – это больная тема, и просил его не говорить о них при ней. Ещенко говорил о том, что хотела создать семью и завести детей. Соколов говорил о том, что очень любит своих детей. О конфликте с Панасенковым ему известно со слов Соколова и Ещенко. Они сообщали, что в их адрес поступают угрозы, оскорбления, расписывают парадную, устраивают провокации на лекциях. Ещенко
Ващенко очень переживала из-за этого. Она плакала, не хотела публичности, боялась за Соколова. Соколов также сильно переживал из-за данного конфликта. 8 ноября 2019 года в 18 часов 57 минут ему на мобильный телефон позвонил Соколов и попросил помощи, сказав, что переведет на его карту денежные средства, которые он, Пустовалов, должен был снять и привезти в Санкт-Петербург через несколько дней, когда приедет в командировку. При этом ничего необычного в голосе Соколова он не услышал. Ранее Соколов с такими вопросами к нему не обращался. Просьбу Соколова он не выполнил, поскольку денежные средства ему так и не поступили. Показания свидетеля Ярунова, допрошенного в судебном заседании, который охарактеризовал Соколова как яркого, неординарного ученого и трудолюбивого человека, всегда готовый помочь. За время их знакомства он часто видел Соколова с его детьми, которых последний очень любил. Ященко видел один раз, незадолго до событий, когда он со своим сыном и девушкой пришли домой к Соколову. Их отношения его удивили, поскольку она держалась обособленно, практически не общалась с ними. Включалась в разговор только когда обсуждались исторические темы, которые ее интересовали. Перед тем, как они пришли, Соколов просил его не упоминать при Ященко о детях Соколова и Кукушкина, поскольку она может реагировать на это негативно. Поведение Соколова в этот день ничем не отличалось от обычного, он был радушен, давал консультации. Ему также известно о том, что Соколову поступали угрозы и оскорбления, при этом Соколов считал, что данные действия совершаются по Насенковым и его сторонникам. Показания свидетеля Лепихова, допрошенного в судебном заседании, который сообщил о том, что знаком с Панасенковым с февраля 2017 года, работал у него помощником и в конце февраля 2018 года был свидетелем телефонного разговора Панасенкова с какими-то лицами из Санкт-Петербурга, которых последний просил устроить провокацию на лекции Соколова. Также Панасенков давал указания своим помощникам писать жалобы в ректорат СПбГУ на Соколова с целью увольнения последнего. Также свидетель сообщил, что Панасенков просил организовать его избиение и публичное унижение Соколова и записать это на видео, которое предоставит Панасенкову. Показания свидетеля Суслова, допрошенного в судебном заседании, который сообщил, что дружит с Соколовым более 30 лет. Охарактеризовал его как выдающегося ученого высочайшего уровня, создателя реконструкторского движения, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. Ему известно о конфликте между Соколовым и Панасенковым. Последний обвинял Соколова в плагиате научных концепций, по факту чего между ними возникли судебные тяжбы. Осенью 2018 года Панасенков обратился к нему с предложением объединиться против Соколова, поскольку ранее у него, Суслова, с Соколовым также возник конфликт на исторической почве. Он, Суслов, отказал Панасенкову в данной просьбе. Позднее он принимал участие в гражданском процессе на стороне Соколова. Он был свидетелем провокации на лекции Соколова, которая, по мнению последнего, была подготовлена Панасенковым. Соколов сообщал, что опасается за свою жизнь. С Ященко он не был знаком лично, но видел ее на реконструкциях и на иных мероприятиях, а также дома у Соколова. Она помогала Соколову. Ему также известно о том, что Ященко негативно относилась к детям Соколова от брака с Кукушкиным. Показания свидетеля Ивашова, допрошенного в судебном заседании, который знаком с Соколовым по рабочему проекту. Видел Соколова в компании Прожигоцкой в феврале 2013 года в Испании. Между ними были дружеские отношения. Они побеседовали, а Соколов с Прожигоцкой ушли в отель. Сещенко знаком не был, но сообщил, что она очень похожа на Прожигоцкую. Показания свидетеля Сахневича, допрошенного в судебном заседании, который сообщил о том, что с 2013 года знаком с Соколовым в связи с участием в реконструкциях. Соколовым состоял в товарищеских отношениях, посещал его открытые лекции, считает его вежливым человеком с непререкаемым авторитетом. Ященко впервые видел в 2016 году, а после видел ее в 2017 и 2019 году. Она помогала Соколову при проведении мероприятий, охарактеризовал Ященко как достойного человека. Ему известно о конфликте Соколова и Панасенкова. Он видел в интернете ролики Панасенкова, в которых тот оскорблял Соколова. Соколов показывал ему смс-сообщения с угрозами, которые ему поступали. Со слов Соколова, ему известно, что его оскорбляли и провоцировали. Данная ситуация дестабилизировала Соколова, выбивала его из колеи. Он сильно переживал по данному поводу. В силу особенностей характера Соколов болезненно реагировал на подобные действия. Последний раз Соколова видел в сентябре 2019 года на мероприятии. По характеру описал его как холерика, который импульсивно реагировал, переживал все в себе. Показания свидетеля Улановича, допрошенного в судебном заседании, который сообщил о том, что состоит с Соколовым в дружеских отношениях, знаком с ним 1988 года. Они вместе принимали участие в реконструкциях. Считает Соколов выдающимся историком, который внес неоценимый вклад в развитие реконструкторского исторического движения в России. Он присутствовал при награждении Соколова орденом Почетного легиона Французской Республики. Сообщил о том, что Соколов является многогранным человеком, но нервным и вспыльчивым. Он видел детей Соколова. Тот очень любил своих детей. Также он был знаком с Ещенко. Считает ее
хорошей умной девушкой. Отношения между ней и Соколовым были гладкими и теплыми. Они любили друг друга, собирались сыграть свадьбу. Он, Уланович, также присутствовал на гражданском процессе против Панасенкова. Ему известно о том, что в адрес Соколова поступали угрозы и оскорбления, осуществлялись провокации. Ещенко он видел последний раз в начале 2019 года. С ее стороны он не почувствовал претензий в адрес Соколова. Она поддерживала его. Кроме того, стороной защиты в ходе судебного следствия представлены письменные доказательства, а именно скриншоты писем, направленных Соколову и Ещенко, содержащие угрозы оскорбления, фотография оскорбительных надписей в парадной Соколова, талон уведомления номер 70/2-1226, в соответствии с которым Соколов обращался в 2-й отдел полиции МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, скриншоты со страниц в социальных сетях Панасенкова, копии протоколов осмотров видеороликов Панасенкова, опубликованных в сети интернет, содержащих негативную оценку личности Соколова и его научных деятельности. Копии протоколов судебных заседаний по гражданским делам относительно судебных тяжб между Соколовым и Панасенковым. Копии судебных решений по гражданским делам относительно споров Соколова и Панасенкова. Скриншот переписки между Панасенковым и Сусловым. Ответ на адвокатский запрос из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Акт осмотра акватории реки Мойки, в соответствии с которым мобильный телефон Ещенко обнаружен не был. По ходатайству стороны защиты в судебном заседании на мобильных телефонах, принадлежащих Соколову, осмотрены переписки подсудимого с Кукушкиной, а также дочерью Соколова Изабель и фотографии Соколова с его детьми. Оценивая совокупность представленных доказательств, суд признает их достоверными, допустимыми и достаточными. Виновность подсудимого Соколова в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, в полном объеме обвинения установлена и подтверждена как его показаниями, так и изложенными в приговоре доказательствами. Показания потерпевшего Ещенко, свидетелей Ещенко, Вольской, Соколовой, Вербового, Коненко, Клоктуна, Безрукова, Бобровского, Душкина, Четверякова, Селютина, Аникины, Смолина, Кукушкина, Хабарова, Куликова, Куликова, Сироченкова, Крутилина, Кузнецова, Никитина, а также показаниями экспертов Мазунина и Василенко, заключениями экспертов, оснований доверять выводам, которых у суда не имеется, данными протоколов осмотров мест происшествия, видеозаписями с камер наружного видеонаблюдения, иными вышеприведенными письменными материалами дела и вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые в целом согласуются между собой, существенных противоречий не содержат. Суд не усматривает оснований доверять совокупности доказательств по делу, подтверждающему вину подсудимого. Анализируя показания подсудимого Соколова, суд приходит к выводу о том, что его показания о причине конфликта, неприменении насилия к Ещенко во время ссоры, запамятовании его действий с момента производства первого выстрела в потерпевшую до момента нахождения его на набережной реки Мойки в районе Невского проспекта, где он выбросил в воду мобильный телефон Ещенко, являются защитной версией подсудимого, поскольку эти показания опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств. В частности, показания подсудимого о том, что он выбросил мобильный телефон Ещенко, опровергаются детализацией телефонных соединений как мобильного телефона Ещенко, так и мобильных телефонов Соколова, в соответствии с которыми после наступления смерти потерпевшей с мобильных телефонов Соколова на номер телефона Ещенко утром 8 ноября 2019 года совершались неоднократные звонки. Показания подсудимого о запамятовании своих действий опровергаются заявлением самого Соколова, обозначенным как явка с повинной, показаниями Соколова в ходе предварительного расследования, а также его пояснениями при производстве комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, согласно которым при направленном допросе следователям и расспросе экспертами об обстоятельствах совершенных им преступлений он хоть и ссылался на слайдовость воспоминаний, однако сообщал и показывал последовательность своих действий, а при проверке показаний на месте демонстрировал как свои действия в момент убийства, так и положение потерпевшей. Показания Соколова о том, что единственной причиной конфликта являлись оскорбления со стороны Ещенко в адрес его детей и о том, что насилие к Ещенко он не применял, опровергаются показаниями свидетеля Вольской, видеозаписью конфликта, а также показаниями потерпевшего Ещенко. Стороной защиты приведены доводы о недопустимости показаний Соколова в качестве обвиняемого 13 ноября 2019 года, а также его показаний, данных в ходе проверки показаний на месте 15 ноября 2019 года, поскольку, по мнению защитника, ответы Соколова об обстоятельствах производства выстрелов были даны на наводящие вопросы следователя, что является недопустимым, а предоставленная подсудимым следствию информация об указанных обстоятельствах является его выводами и умозаключениями, а не фактическими данными. Кроме того, защитник указывает на то, что при допросе Соколова в качестве обвиняемого в протоколе следственного действия не отражено объявление перерыва. Вместе с тем, на основании протокола следственных действий, их видеозаписи исследованных судебных заседаний, а также показаний следствия Белякова, установлено,
что Соколов в ходе допроса и проверки показаний на месте в присутствии защитников добровольно сообщал об обстоятельствах совершенных преступлений, давал пояснения, показывал на манекене осуществляемые им действия, в том числе произведенные выстрелы, сообщая о положении тела потерпевших после проведения первого выстрела и положении своего тела в момент осуществления последующих выстрелов, при этом наводящих вопросов от следователя ему не поступало. В ходе допроса Соколова объявлялся перерыв в 16 часов 30 минут до 16 часов 54 минут, который отражен в протоколе следственного действия, и во время которого, согласно показаниям следователя, Соколов и его защитники общались конфиденциально вне стен кабинета следователя. При таком положении суд не усматривает оснований для признания указанных протоколов следственных действий недопустимыми доказательствами. Оцениваем показания свидетеля Вольской, суд находит их допустимыми. Доводы защитника о том, что показания Вольской содержат предположения относительно событий, свидетелем которых она являлась, суд считает необоснованными, поскольку свидетель изложил в своих показаниях те обстоятельства и те факты, которые она слышала, то есть очевидцем которых она являлась. При этом никаких предположений относительно фактически услышанных ее обстоятельств свидетель не высказывал. Также сторона защиты ставит под сомнение достоверность показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля Панасенкова, поскольку, по мнению защиты, указанный свидетель испытывает лично неприязненные отношения к подсудимому, вызванные судебными разбирательствами о защите чести, достоинства и деловой репутации, что выражается, по их мнению, направлением в адрес Соколова и Евченко угроз распространения порочащих сведений, физической расправы, а также оскорблений. Однако, по мнению суда, представленные в обосновании данного довода документы и иные материалы касаются исключительно академического спора между научными оппонентами. Однако не свидетельствует о недостоверности показаний свидетеля Панасенкова относительно того факта, что последний не был знаком с Ещенко и никаких отношений с ней не поддерживал. В ходе судебного следствия в качестве свидетеля обвинения допрошена Прожигоцкая, которая рассказала о своих отношениях с Соколовым. Сторона защиты ставит под сомнение достоверность показаний данного свидетеля, ссылаясь на то, что сообщенные ей факты преувеличены и что ее желание дать показания в суде продиктовано сговором с Панасенковым. Однако оснований согласиться с позицией стороны защиты суд не усматривает, поскольку ее показания, данные в ходе судебного разбирательства, не содержат существенных противоречия с ее заявлением в правоохранительные органы, направленные в 2008 году, в то время как на тот момент никаких споров между Соколовым и Панасенковым не существовало. При этом следует отметить, что свидетель Прожигоцкой и Панасенков показания относительно обстоятельств совершения преступлений по настоящему уголовному делу не давали. Учитывая изложенное, принимая во внимание, что объективных оснований для оговора Соколова свидетелем обвинения суду не представлено и в ходе судебного разбирательства не установлено, суд считает показания всех свидетелей обвинения достоверными. При этом суд не принимает во внимание показания допрошенных в качестве свидетелей оперативных сотрудников Федорова, Мохова и Хаустова по обстоятельствам беседы с Соколовым в Мариинской больнице, поскольку полученная ими информация сообщена Соколовым в отсутствие защитника без разъяснения последнему его конституционных прав. По мнению стороны защиты, протоколы обыска и осмотра жилища Соколова являются недопустимыми доказательствами, поскольку Соколов не извещался органам предварительного следствия о направлении уведомления о проведении указанных следственных действий в суд, что влечет за собой незаконность судебных решений, вынесенных по данному уведомлению. Вместе с тем, суд считает указанный довод защитника необоснованным, поскольку при проведении данных следственных действий требования статей 165, 176, 177, 178, 172 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации органы предварительного расследования не нарушены. Из копии материалов дел номер С1-120/2019 о законности проведения осмотра в жилище, С1-116/2019 о законности проведения обыска в жилище, следует, что Соколов уведомлялся следователем о дате и месте судебных заседаний по рассмотрению указанных уведомлений. При этом постановление Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 11 ноября 2019 года о законности обыска и осмотра жилища Соколова вступили в законную силу и не обжаловались ни защитником, ни подсудимым. В ходе судебных прений защитником Лукьяновым высказан довод о недопустимости проведенных по делу судебно-медицинских экспертиз, поскольку с постановлениями об их назначении сторона защиты ознакомлена после их проведения, что лишало возможности их правильной оценки и использования в защите подсудимого. Вопреки доводам защитника, не может служить основанием для признания доказательств по делу заключения судебно-медицинских экспертов недопустимыми то обстоятельство, что обвиняемый Соколов и его защитники с задержкой были ознакомлены с постановлениями о назначении соответствующих экспертиз, поскольку оно никак не повлияло на объективность и обоснованность выводов, к которым пришли эксперты, чьи квалификации и объективность, равно как и научная обоснованность, используемых ими методик, не вызывают сомнений. Кроме того, при обоснованном несогласии с заключениями экспертов сторона защиты не была лишена возможности оспаривать их в суде, а также ходатайствовать о проведении повторных или дополнительных экспертиз. Однако ни от подсудимого, ни от его защитника подобных ходатайств не
ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства не заявлялось. Выводы экспертов, содержащиеся в указанных заключениях, не противоречат собранным по делу доказательствам, являются мотивированными и научно обоснованными. Заключения экспертов в каждом случае оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям статьи 80 204 УК РФ. Выводы экспертов подтверждаются результатами, содержащимися в исследовательской части заключений. В ходе судебного следствия подсудимым Соколовым выдвинута версия о совершении убийства Ещенко в состоянии аффекта, который был намеренно вызван длительной психотравмирующей ситуацией, связанной с действиями Панасенкова и его сторонников, направленных на дестабилизацию психологического состояния и дискредитацию его в глазах общественности, а также действиями самой Ещенко, которая, по мнению подсудимого, состояла в близких отношениях с лицом, которое в настоящее время находится в розыске, намереваясь завладеть квартирой Соколова, и действовала по указанию Панасенкова. Однако данная версия была проверена судом в ходе судебного следствия и не нашла своего объективного подтверждения. Так, в ходе допроса Панасенков отрицал факт знакомства с Ещенко, в связи с чем версия подсудимого о наличии сговора между ней и Панасенковым является несостоятельной. Как из показаний свидетелей Пучкова, Пустовалова, Улановича, так и письма Ещенко, адресованного в деканат СПбГУ о конфликте на лекции Соколова, следует, что в конфликте подсудимого с Панасенковым потерпевшая полностью поддерживала Соколова, переживала за него, а также осуждала действия Панасенкова его сторонников. При этом из копий материалов розыскного дела, а также копий уголовного дела, находящихся в производстве ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, следует, что 5 августа 2014 года в отношении лица, с которым Ещенко якобы состоял в близких отношениях, вынесло постановление об объявлении в международный розыск, поскольку он скрылся от органов предварительного расследования 2 июня 2014 года. В ходе оперативных мероприятий установлено, что указанное лицо скрылось за пределами Российской Федерации и на момент вынесения постановления о розыске находится на территории Украины. 14 октября 2014 года в отношении данного лица избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. 15 апреля 2019 года указанное лицо было задержано правоохранительными органами Украины и заключено под стражу, что исключает возможность знакомства Ещенко с данным лицом летом 2018 года, о чем сообщает Соколов в своих показаниях, а также исключает наличие дальнейших любовных отношений между Ещенко и указанным лицом, поскольку из справки, представленной ГСУ и РФ по Санкт-Петербургу, а 10 ноября 2020 года следует, что в сведениях о телефонных соединениях, а также фотографиях, содержащихся на изъятых у данного лица мобильных телефонов, отсутствует информация о каком-либо общении с Ещенко, а также о соединениях с ее абонентским номером. Более того, сведения об изъятии в ходе предварительного расследования мобильного телефона марки iPhone, а также автомобиля Jaguar, принадлежащих данному лицу, на что ссылается Соколов, не имеется. Указана версия также опровергается показаниями Соколова на стадии предварительного расследования, в которых подсудимый связывал причину конфликта между ним и Ещенко с ревностью последней к его детям. Показаниями свидетеля Вольской, видеозаписью конфликта с Ещенко, которая была осуществлена самим Соколовым, а также вещественными доказательствами, а именно личными записями Ещенко на своем ноутбуке, в которых отсутствуют сведения о ее взаимоотношениях с какими-либо иными лицами, кроме Соколова. Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы номер 12 20, а 26 декабря 2019 года Соколов утверждает, что события помнит фрагментарно, как кадры, однако при направленном расспросе описывает последовательность событий и свои переживания в тот период. Соколов хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, не страдал и не страдает таковым в настоящее время. У него имеются акцентуированные личностные черты в виде присущих ему на протяжении жизни вспыльчивости, демонстративности, потребности быть в центре внимания наряду с завышенной самооценкой, высокой активностью, чертами аффективной ригидности, склонностью к браваде и риску. Как показывает анализ материалов уголовного дела и данные настоящего обследования, в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, у Соколова не обнаружилось признаков какого-либо временного психического расстройства, в том числе патологического аффекта. Его действия были последовательны и целенаправлены. В его поведении и высказываниях отсутствовали признаки бреда, галлюцинаций, нарушенного сознания. Следовательно, он мог, в том числе и в полной мере, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По мнению, по своему психическому состоянию, Соколов мог и может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного производства и своего процессуального положения, а также обладать способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания, самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. Применение принудительных мер медицинского характера он не нуждается. Принимаемые Соколовым фармакологические препараты не
оказали влияние на его психическое состояние в период, относящийся к инкриминируемым деяниям. У Соколова обнаружатся следующие индивидуальные психологические особенности. Потребность в самоактуализации и самоутверждении, развитое честолюбие, самолюбие, завышенная самооценка, демонстративность, склонность к браваде и риску, поступкам и высказываниям со стремлением выглядеть в глазах окружающих незаурядной, неординарной личностью при значимости внешних оценок, внимание и признание со стороны других. Выявляется поверхностная общительность с легкостью установления широких социальных контактов при стремлении к доминированию в них, требовательностью к другим. Наряду с хорошей ориентированностью в социально одобряемых формах поведения и межличностного взаимодействия отмечается наличие у Соколова собственной системы жизненных принципов, личностных приоритетов с жестким следованием им при субъективности оценок, категоричности, уверенности в правильности своей позиции, нетерпимости к внешнему противодействию, давлению, ситуациям, затрагивающим его увлечение, интересы и собственную значимость. Выступают высокая активность, упорство в достижении целей, проработанность конкретных стратегий, склонность отстаивать собственные интересы у личности, нетерпимой к внешним регламентации и ограничениям, склонны к манипулятивному поведение. Черты аффективной ригидности, обстоятельность, фиксация на собственных представлениях с застреванием на них и преобладанием аффективной логики, сверхценным отношением к своим научным интересам, своей роли и вкладе в их развитие сочетаются с ориентацией на рациональные оценки, практическую сторону вопросов в реальной жизни. В то же время эмоциональная сфера Соколова в целом несколько огрублена, отмечается его эмоциональная неустойчивость, легкость возникновения реакции раздражения, тенденция к аффектации с нежеланием сдерживать внешние проявления отрицательных эмоций, особенно ярко проявляющиеся при наличии противодействия. При этом, при том, что эмоциональные реакции достаточно дифференцированы, критические прогностические возможности без выраженных нарушений. В период, предшествующий правонарушению, для Соколова сложилась длительная психотравмирующая ситуация, обусловленная его конфликтом с Панасенковым. Данная ситуация носила пролонгированный характер и затрагивала сферу личностных ценностей, значимые смысловые образования, приводившие к накоплению внутреннего эмоционального напряжения, истощению личностных ресурсов, астенизации, ухудшению психофизиологического состояния. Исходя из анализа всех имеющихся данных, следует отметить, что сфера профессиональной деятельности, его вклад в науку, в изучение эпохи Наполеона, реконструкции тех событий в настоящем, относились к числу его ведущих жизненных ценностей, имели высокую личностную значимость и определяли смысл его жизни. Сложившиеся обстоятельства конфликта воспринимались Соколовым как глубоко психотравмирующие, с формированием и преобладанием комплекса негативных переживаний. Сначала недоумение, растерянность, неприязнь, отвращение, затем злость с постепенным нарастанием чувства несправедливости и безнаказанности в отношении своего оппонента. Также особую субъективную значимость данная ситуация приобрела в связи с присущими Соколову индивидуально-психологическими особенностями, такими как развитое честолюбие, самолюбие, завышенная самооценка, демонстративность, склонность к браваде, поступкам и высказываниям со стремлением выглядеть в глазах окружающих незаурядной, неординарной личностью при значимости внешних оценок, внимания и признания со стороны других, а также субъективности оценок, категоричности, уверенности в правильности своей позиции, нетерпимости к внешнему противодействию, давлению, ситуациям, затрагивающим его интересы, в том числе профессиональные, являющиеся по сути смыслом его жизни, и собственную значимость, чертами аффективной ригидности, обстоятельностью, фиксацией на собственных представлениях, застреванием на них и преобладанием аффективной логики. Вместе с тем, на фоне ощущения постоянного психологического дискомфорта отмечалось стремление Соколова справиться с создавшейся психотравмирующей ситуацией за счет нивелирования поступающей негативной информации, не обращал внимания на публикации о себе в интернете, не смотрел компрометирующие его сайты и переключением на работу с повышенной загруженностью, что приводило к еще большему физическому и эмоциональному истощению. При этом эмоциональное напряжение характеризовалось периодами его нарастания и спада в зависимости от объективной динамики ситуации. Таким образом, незадолго до правонарушения совокупность указанных выше объективных и субъективных факторов привели к истощению личностных ресурсов Соколова, снижению уровня его эмоциональной устойчивости и порога фрустрации, а также расширению спектра раздражителей, которые воспринимались как повышенно субъективно значимы, что усугублялось и тем обстоятельством, что данная ситуация научного противостояния затрагивала и Ещенко, переживания которого по этому поводу накладывались на переживания Соколова. После летнего совместного отдыха в 2019 году взаимоотношения Соколова и потерпевшей стали портиться, периодически носили конфликтный характер. Источником ссор, как правило, были дети подэкспертного, в отношении которых потерпевшие допускались высказывания негативного характера. Соколов стремился нивелировать значимость проблемы, сглаживать конфликтные ситуации с учетом оценки им своих характерологических особенностей и особенностей потерпевшей в связи с желанием продолжать совместную жизнь с ней, наличием планов на общее будущее, в том числе и научное. Однако, оставшиеся
неотреагированными переживания включались в структуру сформировавшегося эмоционального напряжения. Ссора с потерпевшей привела к острому росту эмоционального напряжения с актуализацией и накопленных ранее отрицательно окрашенных эмоций, а также частично подавляемых и вытесняемых. При этом подэкспертный стремился разрешить данную ситуацию доступными ему способами, направленными на избегание дальнейшей фрустрации и конфронтации. В последующем действии подэкспертного были направлены на совладение ситуацией, что оказалось в целом эффективным на тот момент. Однако примерно через 30-40 минут потерпевшая вернулась, и то обстоятельство, что она не успокоилась, а наоборот ее эмоциональные реакции усиливались, приобретали бурный, доминирующий характер, обусловило возникновение у подэкспертного острого эмоционального напряжения с растерянностью, трудностями осмысления всех аспектов происходящего на фоне в целом и так истощенных ресурсов, в том числе и предшествующими непосредственно данной ситуации событиям. Но дальнейшее развитие событий обусловила непосредственность и спонтанность его агрессивных действий без достаточного их осмысления и прогноза возможных последствий. После выстрела дальнейших своих действий подэкспертный не передает, ссылаясь на запамятование. Отмечает, что очнулся от ощущения холода, стою у реки и понимаю, что что-то произошло. Появился ужас, что я чудовище, пошел домой. Признаков существенной психической и физической астении у себя в тот период времени не отмечал. По приходу домой у подэкспертного возникла некоторая психическая дезорганизация, но постепенно он включался в ситуацию с оценкой результатов произошедшего и дальнейших перспектив. Таким образом, проведенный психологический анализ позволяет сделать вывод о том, что в момент правонарушения подэкспертный не находился в состоянии аффекта, о чем свидетельствует иная динамика развития эмоциональных реакций с отсутствием факта непосредственного аффективного взрыва, а также постаффективных феноменов психической и физической астении. В то же время действия подэкспертного были для него субъективно неожиданными, а имевшееся у него выраженное эмоциональное напряжение в совокупности с указанными выше индивидуальными психологическими особенностями оказали существенное влияние на его сознание и деятельность в момент совершения правонарушения убийства Ещенко, что проявилось в непосредственном характере агрессивных действий, недостаточности их оценки и контроля в момент совершения, прогноза возможных последствий не только для потерпевшей, но и для себя. Том 8, из дела 53-67. Пленник стороной защиты приведены доводы о неполноте и недостаточной ясности вышеуказанного экспертного заключения, поскольку эксперты не оценили состояние подсудимого на каждом из трех этапов криминальных действий. Первый выстрел, сдавление шеи и три последующих выстрела. Длительность амнезии Соколова, а также защитники полагают, что выводы экспертов не исключают нахождение Соколова в состоянии аффекта. Из материалов уголовного дела следует, что все действия, направленные на причинение смерти Ещенко, совершены Соколовым одномоментно. Поэтому никаких оснований для дачи экспертной оценки психического и психологического состояния Соколова на каждом из трех криминальных этапов не имелось. Все показания Соколова, данные в ходе предварительного расследования, а также его пояснения в ходе производства стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы о запамятовании обстоятельств совершения преступления после первого выстрела до момента, когда он находился на набережной реки Мойки, выбросил телефон потерпевшей в реку, были учтены экспертами. Оснований доверять выводам экспертов, а также оснований для производства повторных экспертиз у суда не имеется. Доводы подсудимого и защитника о возможном нахождении Соколова в момент совершения убийства Ещенко в состоянии аффекта неубедительны и опровергаются исследованными доказательствами. В соответствии с частью 1 статьи 107 Уголовного кодекса Российской Федерации, убийством, совершенным в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения аффекта, признается убийство, вызванное насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, либо иными противоправными или аморальными действиями, бездействием потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего. Исходя из материалов дела, а также заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, следует, что длительная психотравмирующая ситуация, установленная у Соколова, была обусловлена его конфликтом с Панасенковым, а не с Ещенко, который, напротив, поддерживал Соколова в данном конфликте. Из показаний свидетеля Пустовалова, Ерунова, Ращупкина, Соколова следует, что Ещенко было неприятное общение Соколова с его детьми. А также из осмотра мобильного телефона Соколова следует, что смс-сообщения с оскорблениями в адрес Соколова и его детей направлялись Ещенко 27 октября, а также 3 ноября 2019 года и были связаны с его обманами по отношению к Ещенко, игнорированием ее звонков и ее вынужденным пребыванием вне дома, в то время как Соколов проводил там время с детьми. После этого из их переписки следует, что их конфликт урегулирован и отношения приобрели прежний характер, что также подтверждается показаниями свидетеля Смолина, который видел обоих вечером 6 ноября 2019 года, что свидетельствует о том, что вышеописанные обстоятельства и их предыдущие конфликты не являлись причиной
убийства. Вместе с тем, в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года между Ещенко и Соколовым вновь возник конфликт, причиной которого послужило намерение Ещенко пойти на день рождения к Рутилину, против чего агрессивно возражал подсудимый. При этом как Ещенко, так и Соколов высказывали оскорбления в адрес друг друга, а он применял в отношении нее насилие, что подтверждается показаниями свидетеля Вольской и видеозаписью конфликта, после чего она в 0 часов 44 минуты 8 ноября 2019 года ушла из квартиры, а в 1 час 47 минут 8 ноября 2019 года вернулась обратно, сообщив брату, что они с Соколовым помирились, при этом была спокойна. Однако в данный разговор вмешался Соколов с вопросом о том, с кем она разговаривает, на что Ещенко также спокойно ответил, что говорит с братом. Далее, исходя из показаний Соколова, после разговора с братом Ещенко продолжила конфликт, высказывая оскорбления в адрес его и его детей. Исходя из вышеизложенного, суд не усматривает оснований для признания поведения потерпевшей Ещенко в момент конфликта ни противоправным, ни аморальным, поскольку конфликт был обоюдным, а ее поведение, которое заключалось в оскорбительных высказываниях в адрес Соколова и его детей, было вызвано ревностью и контролем со стороны Соколова за ее поведением и кругом общения, его насильственными действиями в отношении нее, в результате чего она была доведена до отчаяния, а также его индивидуальными психологическими особенностями личностями, установленными заключением стационарной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы, такими как эмоциональная неустойчивость, легкость возникновения реакции раздражения, тенденция к аффектации с нежеланием сдерживать внешние проявления отрицательных эмоций, особенно ярко проявляющиеся при наличии противодействия. При том, что эмоциональные реакции достаточно дифференцированы, склонность к манипулятивному поведению, нетерпимость к внешнему противодействию, давлению, ситуациям, затрагивающим его увлечение, интересы и собственную значимость. Доказательство какого-либо посягательства со стороны потерпевшей, сопряженного с насилием, опасным для жизни подсудимого, или непосредственной угрозы применения такого насилия, судом не установлено. Показания самого Соколова о том, что Ещенко замахнулся на него ножом в тот момент, когда у него в руках уже был заряженный обрез, не свидетельствуют о противоправности ее действий. Вывод суда об отсутствии момента убийства у Соколова аффекта подтверждает и его логичное поведение после содеянного, поскольку Соколов, нанеся указанные повреждения, оделся, закрыл квартиру на ключ, в которой находился труп, покинул место происшествия, а затем осуществил звонок «Петербурггаз», при этом спокойно изложил оператору суть возникшей бытовой проблемы, связанной с неисправностью газовой колонки, позвонил в посольство Франции с целью уточнения вопроса о получении письма, направленного им ранее, приобрел в строительных магазинах предметы, необходимые ему для сокрытия следов преступления, мусорные пакеты, скотч, новый матрас и прочее. Встретился с знакомыми в квартире, в которой в соседней комнате находился труп Ещенко. В дальнейшем расчленил труп потерпевшей и избавился от частей тела. Таким образом, основания для переквалификации действий Соколова на часть 1 статьи 107 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также на иные составы преступлений не имеется. При этих сторон защитникам приведен довод о необходимости исключения из формулировки обвинения действий, вмененных Соколовым, по сдавливанию руками шеи потерпевшей, чем последний был причинен полный поперечный перелом левого большого рога подъязычной кости. Однако оснований для исключения вышеуказанных действий Соколова не имеется, поскольку согласно заключению судебно-медицинской экспертизы головы и части шеи трупа Ещенко, данные повреждения являются прижизненными и образовались одномоментно от действия тупого объекта в передний отдел шеи на уровне подъязычной кости и верхней части гортани по механизму давления спереди назад и с двух сторон справа и слева. При этом давление с несколько большей силой оказывалось в направлении спереди назад и справа, что подтвердил допрошенный в судебном состоянии судебно-медицинский эксперт Василенко. Допрошенный в ходе судебного следствия судебный медицинский эксперт Мазунин также настаивал на прижизненности указанных повреждений, о чем свидетельствует клеточная реакция живых органов и тканей, а также макро- и микроскопическая картина повреждений в области органокомплекса шеи. В судебном заседании Соколов пояснил, что не помнит обстоятельств причинения указанной травмы потерпевшей. Однако показания о том, что в его руках в момент совершения убийства присутствовал еще какой-либо предмет, кроме обреза, из которого он производил выстрелы, не давал. И в ходе осмотра места происшествия таковых предметов обнаружено не было. При этом после совершения убийства Соколов с места происшествия избавился только от окровавленного матраса и тряпок, а также частей тела Ещенко. При даче показаний в ходе предварительного расследования Соколов не отрицал, что душил потерпевшую между производством первого и последующих выстрелов. На основании изложенного, учитывая выводы экспертов о механизме давления на шею потерпевшей, показания Соколова в данной части, суд приходит к выводу, что сдавление шеи Ещенко подсудимого осуществлялось именно руками, которые подпадают под признаки определения твердого тупого предмета, а не иными предметами. При этом выводы эксперта о прижизненности указанных повреждений в области шеи подтверждаются как наружным и внутренним исследованием указанных частей тела, так и результатами дополнительных исследований судебно-гистологического и медико-криминалистического органа комплекса шеи, что является исследовательской частью заключения судебно-медицинской экспертизы. Доводы
защитник о том, что в ходе судебного следствия государственными обвинителями была расширена формулировка обвинения, предъявленного Соколову путем исключения из причин конфликта, послуживших поводом для убийства Ещенко, негативного отношения последней к детям Соколова, утяжеляя тем самым уголовную ответственность, суд находит необоснованными, поскольку органами предварительного расследования причиной конфликта установлена взаимная ревность подсудимого и потерпевшего. При этом как в ходе изложения обвинения государственным обвинителем, так и в прениях сторон формулировка обвинения оставалась неизменной. Вместе с тем судом установлено, что мотивом совершения убийства потерпевшей Соколовым органами следствия установлен и вменен правильно. Из показаний Вольской, явившейся свидетелем конфликта между Соколовым и Ещенко, следует, что Соколов высказывал Ещенко претензии по поводу ее желания пойти на день рождения к своему приятелю Крутилину, что вызвало у него приступ агрессии, сопровождавшийся оскорблениями и применением физической силы к Ещенко, которая просила его ее не трогать и отпустить. Из видеозаписи конфликта, снятой самим Соколовым, следует, что в момент продолжившейся ссоры Ещенко, плача, также высказывает его адрес оскорбления, просит ее отпустить, а он препятствует ее выходу из гостиной, толкая последнюю, после чего она выбивает из его руки мобильный телефон, ссылаясь на то, что он также бросил ее телефон, а далее убегает из квартиры, продолжая выкрикивать оскорбления. Из показаний Соколова следует, что в ходе данной ссоры Ещенко также высказывал оскорбления в адрес его детей. Вышеизложенное, а также результаты осмотра переписок Соколова и Ещенко свидетельствуют о наличии между последними взаимной ревности, которая в ходе их отношений сопровождалась обоюдными оскорблениями, как со стороны Ещенко, который испытывала ревность к детям Соколова, вследствие того, что его частое общение с ними ей было неприятно, так и со стороны Соколова, испытывавшего ревность к знакомым Ещенко, с которыми она проводила время. Также суд считает, что вина подсудимого Соколова в совершении незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов полностью доказана и подтверждается признательными показаниями самого Соколова, заключениями баллистических экспертиз, протоколами осмотров, а также показаниями свидетелей Кузнецовой, Никитина, Аникиной, Куликовой, Куликова, которыми достоверно установлено, что обрез, являющийся огнестрельным оружием, а также патроны, являющиеся боеприпасами, которые находились в состоянии пригодном для стрельбы, хранились в квартире именно Соколовым, который использовал оружие и часть патронов для совершения убийства, а затем продолжал хранить обрез и оставшиеся патроны до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов. Органам предварительного расследования действия Соколова квалифицированы по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Государственными обвинителями данная квалификация поддержана в полном объеме. Учитывая фактические обстоятельства дела, количество и локализацию телесных повреждений, обнаруженных на трупе Ещенко, причину ее смерти, суд приходит к выводу о наличии в действиях Соколова состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом достоверно установлено, что Соколов понимал и осознавал, что множественные огнестрельные пулевые ранения головы, то есть жизненно важной части тела, приведут к смерти Ещенко. Понимал, что превосходит Ещенко по физической силе. Причинил непроникающее слепое огнестрельное пулевое ранение головы с входной раной в области верхнего века правого глаза. После применил последнее насилие в виде сдавливания шеи руками, а затем, доводя свой умысел на убийство потерпевшего до конца, причинил еще 3 проникающих слепых огнестрельных ранения головы. Показания Соколова о том, что у него отсутствовал умысел на убийство Ещенко, а его действия были направлены на то, чтобы ее испугать, поскольку она кричала и замахивалась на него ножом, опровергаются его последующими действиями, указанными выше, свидетельствующими именно об умысле на ее убийство. При этом защитник в прениях высказывал доводы о том, что Соколов действовал с косвенным умыслом, поскольку из заключения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы следует, что действия Соколова были для него субъективно неожиданными. Суд отвергает данные доводы, поскольку при решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений, а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшей, их взаимоотношения. Исходя из вышеизложенного, суд считает, что умысел на убийство Ещенко у Соколова возник в результате случившейся ссоры, а не сформировался задолго до этого, в связи с чем органы предварительного расследования верно установлены, что умысел на убийство подсудимого возник внезапно. И этот вывод согласуется с заключением стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, согласно выводам которого действия Соколова, совершившего убийство Ещенко, были для него субъективно неожиданными. Действия Соколова в части обвинения по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицированы органы предварительного расследования как незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.
и боеприпасов. Однако как в ходе предварительного расследования, так и судебного следствия не были установлены и вменены подсудимому обстоятельства, время и место приобретения обреза и патронов, в связи с чем суд считает необходимым исключить из формулировки обвинения совершения Соколовым незаконного приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов. При этом суд не усматривает оснований для исключения из обвинения, предъявленного Соколову по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, применения обреза из 4 патронов при совершении убийства Ещенко, поскольку момент убийства является моментом окончания незаконного хранения указанных 4 патронов. Таким образом, суд квалифицирует действия Соколова по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации как незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. При назначении наказания подсудимому Соколову суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории особо тяжкого и средней тяжести, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. Суд признает в соответствии с пунктом Г, части 1, статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации по каждому преступлению в качестве смягчающего наказания обстоятельства наличие подсудимого 2 малолетних детей. Имеющееся в материалах дела заявление Соколова, обозначенное как явка с повинной, не признается судом смягчающим обстоятельством, поскольку данный документ не является явкой с повинным в смысле, придаваемой статьей 142 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Приходя к данному выводу, суд исходит из того, что задержание Соколова в порядке статьи 91 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации по подозрению в совершении убийства было осуществлено в 17 часов 10 минут 9 ноября 2019 года, в то время как указанное заявление было принято следователем от Соколова 18 часов 50 минут этого же дня. При этом суд также не усматривает оснований для признания данного заявления Соколова в качестве явки с повинной по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку на момент написания данного заявления обрез, из которого было совершено убийство Ещенко, а также патроны, были уже обнаружены изъяты в жилище подсудимого, и об этом преступлении уже было известно правоохранительным органам. И указанное заявление было дано после задержания Соколова. Вместе с тем, изложенные в данном заявлении сведения, наряду с показаниями Соколова в качестве обвиняемого и при проверке его показаний на месте, являются активным способствованием расследованию и раскрытию преступлений, в связи с чем признаются судом в соответствии с пунктом И, части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельства смягчающего наказания подсудимому по каждому преступлению. Также в качестве обстоятельств смягчающего наказания подсудимому Соколову в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает совершение преступлений впервые, частичное признание вины в совершении убийства и полное признание вины в совершении незаконного хранения оружия и боеприпасов, раскаяние в содеянном, принесение извинения потерпевшим, наличие у него хронических заболеваний, его возраст, установленное заключением комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, наличие длительной психотравмирующей ситуации, связанной с конфликтом с Панасенковым, многочисленные положительные характеристики со стороны свидетелей и иных физических лиц и организаций, его вклад в историческую науку и реконструкторское движение в России, наличие наград, званий, благодарности, ученой степени, наличие на иждивении престарелых родителей, страдающих заболеваниями, у которых он является единственным сыном. Оснований для признания смягчающим наказанием Соколова обстоятельствам по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации аморального и противоправного поведения потерпевшей, явившейся поводом для совершения преступления, суд не усматривает в вышеизложенном основании. Вопреки мнению стороны защиты, суд учитывает в качестве обстоятельства отягчающего наказания подсудимому за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом К части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации совершение преступления с использованием оружия и боевых припасов. Приходя к данному выводу, суд исходит из того, что убийство Ещенко совершено Соколовым с применением обреза и патронов к нему, что является огнестрельным оружием и боеприпасами, то есть более опасным способом совершения преступления, и по мнению законодателя должно влечь более строгое наказание. При этом отдельно, как квалифицирующий признак, в статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации использование оружия и боеприпасов не предусмотрено. Доводы защиты о том, что учет данного обстоятельства в качестве отягчающего наказания подсудимому невозможен ввиду того, что Соколов привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, необоснованы, поскольку судом установлена вина Соколова только в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Обстоятельства отягчающих наказания подсудимому за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлены. Учитывая заключение стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы номер
12.20 от 26 декабря 2019 года, не доверять которому суд не находит оснований, суд считает, что Соколов является вменяемым, может нести уголовную ответственность за содеянное за каждое из вмененных ему преступлений. Кроме того, суд учитывает сведения о личности Соколова, в частности, тот факт, что он является гражданином Российской Федерации, имеет постоянную регистрацию и место жительства в Санкт-Петербурге, на учете в наркологическом неврологическом диспансерах не состоит, то задержание был официально трудоустроен. Учитывая все вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, суд считает необходимым назначить Соколову за каждое преступление наказание в виде реального лишения свободы в пределах санкций статей, однако без назначения за каждое преступление дополнительного наказания. С учетом предназначения наказания по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации требований части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом суд не усматривает оснований для назначения более мягкого наказания, в том числе для применения статей 64 и 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, полагая, что любое более мягкое наказание не будет в полной мере достигать установленных частью 2 статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации целей наказания, в частности, восстановления социальной справедливости и исправления осужденного. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, а также с учетом наличия обстоятельства отягчающего наказания по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, оснований для снижения категории совершенных подсудимых преступлений не имеется. В соответствии с пунктом В части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации суд считает необходимым определить отбывание наказания Соколова в исправительной колонии строгого режима. В соответствии с пунктом А части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации срок отбытия наказания подлежит зачету время содержания Соколова под стражей в качестве мер пресечения из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В соответствии с требованиями статьи 81 82 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства, диски, детализированный отчет подлежат хранению при уголовном деле. Мобильные телефоны, системный блок, свидетельство и орден почетного легиона, ноутбук, нетбук с зарядными устройствами, читательский билет, свидетельство, удостоверение, студенческий билет, фотоальбом подлежат возвращению законным владельцам. Остальные вещественные доказательства подлежат уничтожению. На основании изложенного в руководстве статьей 304, 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд приговорил признать Соколова Олега Валерьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105, частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 12 лет лишения свободы, по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Соколову наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания наказания Соколову исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В соответствии с пунктом А части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации за честь Соколову срок отбытия наказания время содержания под стражей с момента фактического задержания, то есть 9 ноября 2019 года, до момента вступления приговора в законную силу, из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. Мера пресечения в виде заключения под стражей оставить Соколова без изменения до вступления приговора в законную силу. По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства. Компакт-диск, полученный в СПБ ГКУ, Городской мониторинговый центр. Детализированный отчет номера плюс 7-918-396-46-70 Ещенко. Компакт-диск с аудиозаписью разговора Соколова с ООО «Петербурггаз», компакт-диск с видеозаписью из магазина «Леруа Мерлен», компакт-диск из ПАО «МТС» с детализированным отчетом абонентского номера плюс 7-911-810-81-95 Ещенко хранить при материалах уголовного дела. Фрагмент липкой ленты, скотч, 2 черных полимерных пакета, 4 белых синтетических пакета, 2 полимерных пакета синего цвета «Икея», 2 бокала выполненный из прозрачного стекла, бумажную втулку от туалетной бумаги, моток липкой ленты, скотч, моток черных мусорных пакетов, футболку бежевого цвета с вставками из черного и зеленого цветов, полотенце бежевого цвета, пододеяльник светлого цвета с узорами в виде цветов, белый пакет, черный пакет, матерчатый пакет серого цвета, 5 отрезков белой веревки, мешковина, 2 черных полимерных пакета, носки черного цвета, джемпер, джинсы синего цвета с ремнем коричневого цвета, куртку коричневого цвета, рюкзак черно-синего цвета, пара кроссовок белого цвета, кепка
коричневого цвета, шарф песочного цвета, перчатки коричневого цвета, футболку белого цвета, топор, пилу, ножовку, два кухонных ножа, перчатки резиновые, перчатку резиновую желтого цвета, 7 фрагментов пуль от патронов 5,6 мм уничтожить. Мобильные телефоны Honor и Asus, системный блок в корпусе черно-серого цвета, свидетельство ордена почетного легиона, орден почетного легиона, принадлежащий Соколову, вернуть законному владельцу или иному лицу с письменного согласия последнего. Ноутбук Packard Bell и нетбук Dell с зарядными устройствами к ним, читательский билет на имя Ещенко, свидетельство номер 1509, удостоверение номер 1376 на имя Ещенко Анастасии, студенческий билет из ПВГУ на имя Ещенко, фотоальбом с фотографиями Ещенко, принадлежащий Ещенко, вернуть потерпевшему Ещенко или иному лицу с письменного согласия последнего. 484 патрона отстрелянных, 4 гильзы, 4 порошинки из трупа Ещенко, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ СК России, уничтожить. Обрез ружья ТОС 1701 с маркировкой АБ номер 297-48, травматический пистолет МП-353 с заводским номером 113-53-02-992, 5 пистолетных патронов травматического действия калибра 1,43 мм и 2 гильзы уничтожить. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся по страже, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о самоучастии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать судом о начале защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе. Председатель. Понятен вам приговор? Понятно. Порядок и срок обжалования приговора понятен? Не думаю, что это знает. 10 суток с момента получения копии приговора. Копия приговора будет направлена вам в следственный изолятор. Хорошо. Сторонам понятен срок, да? Обжалование приговора. Да. Когда если больше нет вопросов, заседание закрыто. Я стою там, где я должен стоять. Понятно? Олег Валерьевич, можете как-то прокомментировать приговор? Дамы и господа, покидаем зал. Да? 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 Да?